Привет, привет, друзья! Всем добрый вечер! Я решила прям так по-быстренькому сейчас стартовать. Это такой хитрый план. Я сейчас могу быстро со всеми поздороваться, пока вас еще не очень много, и быстро начать играть. Вот, и мне не придется здороваться там с кучей людей в чатике сейчас. Хитрая, хитрая, хитрая Ника. Привет, Фарш, привет еще, привет, Дарий. Привет, Пиламис, привет, AD2K. Мы с тобой решали, как тебя правильно называть, ник твой, потому что что-то я не помню. Привет, привет, Аркасов, я не забыла анонс в Твиттере, я сегодня молодец. Так, мне нужно себе подлокотничек правильно выставить, чтобы было удобно. Что-то мне все неудобно, у меня все сейчас из рук валится, я подула на мышку, вроде она должна лучше работать, не знаю. Что-то у меня плохое предчувствие, я сейчас думала, типа, раскликаться перед стримом, сыграла одну игру слила ужасно, меня прибежали и съели толпой, такой огромной толпой собак, прибежали и съели, блин, и что-то мне подсказывает, что это не очень хорошее начало, я слилась еще ниже, ММР у меня еще упал, хотя и так уже был подслившийся. Дуть на мышку в микрофон, микрофон надо продувать от пыли, а мышку нужно продувать от вот этой пыли, которая образуется на поверхности, потому что поверхность уже, ну, может быть, в силу возраста своего с ней такое стало происходить. Мышка ее как бы царапает и стирает вот такую мелкую пыль с нее, которая забивается вот в это отверстие, там, где лазер мышки, ну или оптическая, это, короче, прицел ее, ну вы поняли. Вот, забивается, похоже, там... Может, туда что-то запихнуть? Нет, я сейчас сломаю мышку, и без мышки я стримить не смогу. Я подумала, можно какой-то ваткой там попытаться протереть внутри. Вот. Ну, короче, из-за этого у меня мышка подглючивает. Я не знаю, что-то нужно менять. Наверное, все-таки не мышку, наверное, поверхность. Но пока я справляюсь. У меня специальная даже тряпочка лежит, протирать поверхность от этой пыли, потому что она тоже мешает. Вот. А для StarCraft это прям очень критично. Если все остальное время можно как-то это пережить, эти глюки, то когда... Эти мисклики приводят к тому, что я очень много теряю. Это не дело. Привет, страдалец. Ух, ну что, мы начинаем. Блин, я так волнуюсь. Это, знаете, вот это боль и унижение на стриме всегда. Но вам почему-то нравится. Именно когда меня убивают на спринцовка. Слушай, ведь реально, с сухим воздухом. Ну я вот дую, это тоже вполне себе сухой воздух, если не плеваться. Где-то должна быть маленькая спринцовочка, реально, специально для этих целей. Меня пыль выдувать с клавиатуры. Да, да, слушай, это отличная мысль, Дарья, спасибо. Не знаю, как мне это в голову не пришло, вроде очевидно. Решение, Старк, привет еще, привет, привет, пулеметчик. Из-за волнения смог сыграть с людьми только две партии. Пулеметчик, я когда начинала только играть в StarCraft, я как я прошла кампанию, а потом, ну, весь чатик мне пишет, все, Ника, когда ладдер, и каждый второй, заходя ко мне в чат, видя, как я там пыхчу, прохожу кампанию, мне писал, когда ладдер. Я понимала, что меня это рано или поздно ждет. Народ требует, нужно выходить на ладдер, играть против людей, но мне было безумно страшно. И чем ближе к финалу кампании я подбиралась, тем я начинала чаще упоминать о том, что мне очень страшно, о том, что я не хочу идти на ладдер. И вот так вот Алекс, который на тот момент приходил, смотрел у меня прохождение кампании, потому что ему нравилось, как человек, который вообще ничего не знает о Старкрафте, для себя впервые что-то открывает, ему это как бы в диковинку было, ему ну, он приходил, смотрел, и вот он тогда сказал, что... А, я сказала, что если бы нашелся человек, который взял бы меня с собой на ладдер и сам бы за двоих бы тащил, а я бы просто осваивалась тем, что там есть, вот это было бы здорово, а он тогда сказал, что для него это было бы классным испытанием, вот, и вот так вот мы начали играть 2 на 2, то есть у меня ладдер начался именно из 2 на 2 игр, я тебе рекомендую, если ты хочешь вдруг вернуться к StarCraft, начинай с 2 на 2, так намного легче, когда есть чье-то плечо рядом, вот. Привет, FM Сальвадор, Sky, приветище. Так, ну что, блин, нет, я не хочу, мамочки, я же сейчас сливать буду. Ну, вы готовы, да, морально к тому, что сейчас все будет у нас печально? Вы, это как это называется, не горите. Возьмите себе чай с мятой, что-нибудь, что вас успокаивает. Поставьте такую релаксирующую музыку. Влажный воздух не сдувает мелкие пылинки, а наоборот... то есть нельзя мне так дуть, да? Блин, Дарья, ну да, это беда. Действительно, конечно, все-таки я выдыхаю влажный воздух. Искусный дипломат не обуза, а испытание, да. Ну ты видишь, мы как начали играть, так вот и играем теперь.
Фарш, у тебя есть смурф-фарш. Не вздумай, не вздумай, не вздумай. И еще одним унижателем сейчас прибавится, который хочет меня снайпить. Не надо меня снайпить, пожалуйста, ребята. Ну ладно, еще когда мы 2-2 с Алексом играем, нам попадаются. Пошутили, пошутили, и все равно Алексу отдуваться. А для меня это всегда стресс. Не надо меня снайпить. Все, где тут сетевая игра, зерк 1-1. Не смотрим, не смотрим, где там я нахожусь. Все плохо, я играла мало, и я насливалась то, что успела сыграть. В этом сезоне. Ты же не узнаешь. Это проблема. Это проблема, Скай. Да тут никто играть не умеет. И у Скай есть смурф. Ничего себе. Сколько у вас аккаунтов? Ничего себе, богатенькие. Темпелер 74. Здравствуй. 100 лет не видела тебя. Отвертка, приветище. Так, Протасик. Блин, Протас. Ну против Протасов сейчас плохо играть. Фотонят, батонят. Вообще, меня дай мне несколько раз уже зафотонили на ладдере. Я всего-то в этом сезоне сыграла там несколько игр. 1-1. А когда игры с Алексом, ну вот недавно были. А еще будут. Вот, будут. У Пиламис нет смурфа. И на том спасибо. Интересно, у Дарья есть смурф? А то он все время говорит, что он в бронзе, ну, не может же все бы так просто. А, мне неудобно писать через микрофон. Чувак, ты мне все начало испортила, а я уже овер не заказала из-за тебя. Я что, я... У меня бинт хаты слетел, и я не заказала вовремя овера. Очень плохое начало, очень-очень-очень-очень. Ничего, так, сейчас подумаю, куда мне деть микрофон, чтобы он мне не мешал. Сейчас. Мне уже пора рабочих заказывать, а я здесь себя обустройством занимаюсь. Так, все, спокойно, спокойно. Бояться золотого тоса. Фарш. Фарш, это ты весь такой из себя бесстрашный, а я боюсь, да. Ой, Ника-втыкатель. Посмотрите, смотрите, что творится. Придется, наверное, 16-ю ставить из-за того, что я так провтыкала. Ладно, сейчас только закажу рабочего и сразу поеду ставить палатку. Чик, поехали, 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 поехали. Меня же здесь еще не фотонят. Пожалуйста, скажите, что меня не фотонят. О, да. Я очень много сейчас потеряла всего. И личинок, и всего. Ну ладно. Прорвемся, друзья, прорвемся. Так интересно подсвечивается Виспен почему-то. О, кстати, игра... Может, игру погромче сделать? А где моя разведка? Кто он там поехал? Что, уже фотонит? Уже? Уже так быстро? Тебе не стыдно? Не, уехал. Ну ладно. Уехал, уехал, все. Значит, прости. Значит, ты не фотончик мерзкий. Все. Ну ладно. Иди с миром. Точно не зафотонил? Что-то я так расслабилась. А надо проверить. Он же мог успеть там все поставить и уехать. А, почему? Почему так много ресурсов? Ничего, мы сейчас королевок закажем и быстренько ресурсы сольем. Еще овера куда-нибудь отправим. Что там моя разведочка? Четверочка подлетела. Ну, так, знаете, очень скромненько. Очень так издалека. Разведка у меня просто, чтобы считалось, что она есть. Таки не зафотонил. Ну, молодец какой. Но сейчас грелки прилетят. Знаю я эти штуки. Не надо игру громче. Ну, смотрите. Всего 20 секунд потеряла на тайминге второй фарш. Но это же много. Это же много. Или ты мне просто констатируешь факт, подсчитал, сколько я там потеряла. Что, во что я хочу играть? Я хочу играть в тараканов. Тараканов. Я даже не заказываю скорость собачкам. Я... Так, я пока что еще не ставлю спорки, хотя скоро, наверное, нужно. Так, мы всех рабочих сейчас сюда переведем. Чик-чик-чик. Подойди где-то здесь, Тань, пожалуйста. Женщина. Что? О, побежали. Эх. Ну что мне здесь? Блин, ну они увидят и побегут дальше. И что я могу? Ничего. Не могу выполнить эту команду. Ненавижу эти дела. Мне сейчас заадептят туда.
У меня уже тараканы готовы. Почему я продолжаю собак заказывать лопух? Я такой. У меня как раз достроится плеточка. Может быть. Нет. Подруга, иди сюда. А ты вот сюда. Стой здесь. Уже атакована? Да ладно. А чем королева занимается? Давайте я куда-то переведу пока на эту базу рабочих своих. Будем сейчас отбиваться. Или нет, или это было очень опрометчиво. Так, ладно. Добавим газ. Ты давай, подруга, добивай. И ты тоже. О, ну что, 4 боевых таракана у меня есть. Это пока что все. А, уже чуть-чуть больше. Уже пора, конечно, спорку иметь там и здесь. Только сначала выкопайся, перекопайся сюда, ты сюда. Закажем рабочих, закажем тараканов, еще что-нибудь закажем. И оверов закажем, а то у меня опять саплай-блок, и у меня еще не все добывают газ. И чуть-чуть все-таки рабочих я переборщила с переводом. Так, ну что, у меня есть какая-то боевая группа. Мы можем попробовать сбегать. Я не знаю, прям хорошая эта идея или нет. Но... Больше надзирателей, еще больше надзирателей. 500 надзирателей сейчас сделаем. Что-то... Ну, будем считать, что я раскликиваюсь. На самом деле все разваливается, все у меня сейчас наперекосяк идет. Здесь добавить газ, тра-та-та, рабочих. Второй газ надо тоже сейчас. Еще надзиратели мне нужен... Один детектор по-любому. Хотя бы один, на самом деле больше. Но я сейчас чуть-чуть жадничаю. Так что, я иду атаковать или нет? Видимо, нет. Куда это ты поехала? Вот ты такая маленькая, хитренькая пробочка едет ставить. Нам нужно больше минералов. Давай. Люркера, люркерочки, мы не дадим тебе... Блин, а где армия? Армия вся фиг знает где, да? Нет, это большая проблема. Почему я это не увидела? Недостаточно минералов. Где все мои боевые тараканы? Бегут через всю карту, да? О, у меня чуть-чуть гидры уже есть здесь. Сейчас отковыряемся. Я знаю. А, там доварку еще. Это паразит. Не трожь рабиков, мерзавец. Где моя армия? Все, они бегут или нет? Заюр! У нас мало минералов. Они ведь не смогут сейчас убежать. Недостаточно минералов. Я знаю, что недостаточно минералов, потому что нас сейчас слабенько все добывают. Ох, там доварпищи. Идите все в пень, вы мне здесь не нужны. Они сейчас улетят на призме, да? Не могут. Ах, вы паразиты, они вниз пошли. Я так и буду рабочих туда-сюда гонять, серьезно? Мерзавцы, они бесконечно могут это делать или нет? Да не, они скоро закончат. Тут еще! Ника, надо делить армию. Делить армию. Ненавижу, когда так делают. Недостаточно минералов. Мне бы призму сбить, у меня гидра закончилась уже, да. Не, идите, атакуйте. Ладно, все идем атаковать. Может, и не стоило делиться. Нам понадобится больше... Мерзкие адепты, мерзкие. Уходим. Наши войска атаковали рабочих. Недостаточно везде. У меня, кажется, закончились идеи. Призму убивай. Ох, мерзкий протосы. Ну что же у вас все так просто получается? Похоже, наша стая вступила в бой. Недостаточно виспена. Так не добывает его никто, конечно, не будет хватать. И рабочих у меня осталось, ну сами видите. Да, все, это GG. Ha ha ha.
Кажется, закончились рабочие. Ну и идеи Фоллинджер, привет. Начало все, не то слово, не то слово. Everyone will be adapted. Мерзкие протасы. У меня Мумар же упал просто ниже некуда, уже в золото провалился. Недаром же мне дают сейчас соперников из золота. Что ты вообще сделал? Как у тебя вышло это волшебство мерзкое? Адепт, адепт, адепт. Зря ГГ написал. Да, ну, все сейчас так играют. Сейчас все вот такими чизами играют. Сейчас никто по-нормальному не играет. Играла бы с зергом, ко мне бы сейчас прибежали собаками, сожрали. Или риперы бы пришли от Терана, или еще что-нибудь, да? Никто нормально сейчас не играет, мерзавцы. Опять протас. Хоть не тот же, я не помню, как у того, какой ник был. Люркирок бы затащил. Я не помню, по-моему, не успел. Да, у меня всю гидру убивали быстрее, чем я успевала с ней что-то сделать. Я сделала гидру с надеждой сбить призму и немножечко накопиться, пока он там будет добираться до меня еще раз. И куда-то я не уследила. Тот же протас, а чтоб его хоть сразу убегать. Волшебство мерзко. Ну да, вот научатся делать вот эти мерзопакости. Задрачивают это просто до того, чтобы аж отлетало. И играют так. Ну, пожалуйста. Ну, как бы это на самом деле, это же мои проблемы, да, что я не умею это нормально отбивать. Разведать там все дела. Я как бы и на себя тоже злюсь, что ничего не могу с этим сделать. Но я, конечно, считаю, что это нечестно. Так играть, только так играть. Нашли оправдание. Ну да, ты так не делаешь? Я думала, все так делают. Люркер, да, Люркер Дэн уже был. У меня люра... Ой, не люра, у меня гидра очень быстро умирала. Там я не успевала бы заморфить люркер. Где-то в сторонке надо было его так отвести, чтобы его никто не заметил. Четверочка, ты летишь вообще? Что-то ты очень медленный. Там подозрительный какой-то звук был, вам не кажется? Какой-то очень такой подозрительный... Подозрительный звук. Или мне показалось? Ладно, может быть, показалось. Нам нужно больше минералов. Он опять будет делать ту же штуку. Да, я не умею это отбивать. Мне нужно намного быстрее, больше тараканов. Научите меня отбивать такие мерзкие вещи. Куда-то там он уехал, куда, не знаю. Не знаю, можно поехать, конечно, посмотреть, где этот товарищ. Все, я так с ним чуть-чуть повоюю. Где моя четверочка? Летит, хорошо. Тут мы деремся, деремся, ладно. Тут королевка. Тут сейчас еще одна будет, пока закажу овера. Так, ну будем считать, что я занимаюсь... Не-не-не, вторая мне не нужна, мне здесь нужна еще одна. Все, готово. Так, тут меня еще не зафотонили. Спасибо, спасибо. Что, я вот так съем его пробку? Он их не бережет, совсем не бережет. Зря. А, ну у него, наверное, весь АПН сейчас уходит, ему не до пробок, ему сейчас нужно наштопать побольше-побольше адептов, да? Поеду посмотрю реально, так. Ника, разведчик, разведчик, так. Сейчас посмотрим, так, я пока второй газ поставлю. Разведчик 666. Кейт, Кейт, кибернетка, дальше что? Может реально поиграть за протасов и вникнуть, как у них все происходит. Ту-ту-ту-ту. Ну что, я что-то увидела там интересное, по-моему, нет. О, я завтыкала овер. Это что, они уже бегут, да? Они, вот они вот уже здесь пробежали, или мне показалось? Да, да, ну как мне могло показаться? Я... Привет, ё-моё, ты ничего больше не умеешь делать, ничего. Ты немощный протас, который ничего больше не умеет, кроме вот этой мерзости. Как же я вас таких ненавижу.
Где атакована? Внизу? Ой, развлекайся. Сперва нам понадобится больше надзирателей. Не хватает энергии. Ты позор всего Старкрафта. Я знаю, что у меня саплей-блок, я в курсе, мог бы не говорить мне, Рейнер. Еще ты тут. Сейчас толпа прилетит. Это ведь это еще не конец, это еще не конец. Ведь еще мы не доиграли в эту нашу игру веселую, которая называется «Заадептить». Ну все. Я сейчас пойду 5 тараканами тебя накажу. Что мне нужно? Как минимум мне нужен грейд на скорость для них. Недостаточно минералов. И хотя бы один грейд в эволюшене. Сколько он там стоит? И спорку. Нет, денег нет на спорку. Ладно, плевать на спорку. Идем. Я знаю, что мне не хватает минералов, у меня все плохо, ничего. Мы потрепыхаемся немножечко, потом... Люркеры, вы мне так нужны. Я хочу люркеров побольше. Сколько? 150 есть. Ну что, потихонечку сейчас так потыкаем, по чуть-чуть. Давай, выходи сюда. Не хочешь? А что? Чего, так боишься, что ли? Главное его сейчас не выпускать, чтобы ему не взбрело в голову полететь ко мне. Даже не думай. Панциря или атаку? Или панциря? Я все время забываю, что мне нужно сейчас для счастья. Тарам-тарам-пам-пам. Ну что, идете? Давай один сталкер. Нет? Эх, боится. Ладно. Главное, чтобы ко мне не шел. Сколько тебе надо? А вот и высадились. Вот и высадились ребята. Че, дарки? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я все, кажется, дотрепыхалась. Улетай. Кто это у нас такой храбренький здесь? Ладно. Наверное, по одной спорке даже мало, раз у нас такой расклад. И одного эрсира тоже мало. Газ не добывают у меня? Где второй? Так, все нормально, здесь добывают. Нужно еще двоих рабочих. Нужно еще грейд в гидре, пожалуйста. Ладно, это очень дорого. Все, нет денег на это. Я тут застряла, малеха. Он на третью еще не вышел. А я выйду сейчас. О. Руки дрожат. Ужас. А чего я так боюсь вообще? Не отходим, что-то их там много. Ладно, он на третью не вышел. Он сейчас посмотрит, что меня мало, и решит выйти. У меня к этому моменту должны быть уже... Должны... быть люркеры, я надеюсь. Да, соплей-блок. Ну что... И убегаем. О, два люркера. Это уже неплохо. На самом деле, это уже начало. Потребуется больше надзирателей. Что? Призма полетела? Не-не-не-не-не-не-не-не. Это плохая очень идея. Плохая идея. Кыш, отсюда. У меня есть хоть чем? Здесь подвигаться, пока мне рабочих не перебили. Сначала нам понадобится больше газа. Давай быстрее, пожалуйста. Не трожь моих рабочих. Я продолжаю заказывать тараканов, хотя мне лучше сейчас все ресурсы на люру. Призму тыкаем. Недостаточно. А вот и новая королева. Так, сколько газа? 100, нормально. Три люркера, ну. Тоже не густо. Где мой?
Породи больше надзирателей. Третий источник. Сперва нам понадобится бонус. Харас Архоны. Неплохо, да? Реально руки дрожат. Да что же это такое, Ника, успокойся. Успокойся. Тут двоих рабочих. И... я уже дерусь. Так, Дюра, закапывайся, где бы ты ни была. А вот и закопались. Видите, как полезно ее закопать просто так. Этот один сталкер, что убежит? Не может такого быть. О, нет. Люра, выкапывайся. Ладно, подеремся так, меня и так много. Люркеры сейчас дойдут. Сначала нам понадобится больше газа. Интересно, это вся его армия? Не может быть, у него там больше было. Ты меня не поймаешь, так. Ах ты, паразит, просто меня по кругу обвел и все. Похоже, наша стая вступила в бой. Ну, хорошо, хорошо. Продолжаем развлекаться, да. Тут нужно люркеров закапывать дома, конечно. Если я успею это сделать. Так, всех выкопать. Я надеюсь, что у меня все теперь выкопались, да? Я их не потеряла где-то по дороге. Так, еще королева у меня статуи. И еще надзиратели. И третью, я же ее восстанавливаю, да. А у тебя третьей не будет. Сперва нам понадобится. Если он ее где-то там еще не поставил. Да ну сейчас, я знаю, что надо породить надзиратели, сейчас все сделаем. В два клика. Да подожди. О, давайте под люрой драться. Только люркеров что-то у меня... У меня тут один не закопался, а ну давай вместе со всеми, ты что? Не отрывайся от коллектива. Куда-то они поехали. Неужели нычка? Или он просто их уводит? Ага, хорошо. Где-то у меня еще один люркер, по-моему, потерялся. Или нет? Короче, где-то потерялся один. Ладно. А, нет, три, все нормально. Все под контролем. Так, он здесь не смог базу поставить. Идем. Ах ты ж, елки-палки. Ходим пока. Пусть там он чуть-чуть посливается. Будешь обходить? Нет. Правильно. Не надо. Кто там у него? А, вон детекторы. Их бы отщелкать как-то. Или не надо. Я рассыпаюсь или нет? Не на муве же, Ника. Не на муве. Подходим быстрее. Быстрее, закапывайся. Эй, у нас мало минералов. Одни. Дарки! Где мои славные оверсиры? Почему их так мало? Больше минералов. О, нет. Закончился люркерочек. Пока что отходим в сторону. Сейчас нам нужно еще сделать... несколько штучек. Эй, у нас мало минералов. Так. Я вообще не раскачиваю базу, к сожалению. GG. Вот тебе, мерзкий адептер. Вот тебе. Да. Вот так мы наказываем мерзких протосов за то, когда они себя плохо ведут. Ну, золотых мерзких протосов. Ой, у меня ММР очень низко сейчас провалился. Ну, ничего. Кто молодец? Ника молодец. Все. Че, он ливнул-то? У него не было шансов. Эта музыка успокаивает. Да, все хорошо.
очередная уверенная победа. О, боже, не издевайся. Вот это я, конечно, распереживалась. Все спокойно, Ника, спокойно. Вот что тут у нас. О, накликала, смотрите, накликала. АПМ еще 116. Тут у нас, видите, все было неоднозначно. Ну как по играм, большой винстрик, один проигрыш, одна победа, потому что, ну, это был один и тот же парень, поэтому пока тяжело вообще судить о том, что у нас. Он золотой протас, как бы. Похоже, научился он только адептить и все. Невелика, на самом деле, заслуга. Так. 116 АПМ. Вот это я старалась. Обычно у меня все очень размеренно. Ну, 100 АПМ там. Ну, 110. Это, типа, очень пухтело так. 116, значит, старалась как никогда. Ох. Ника, так я затащила. Старка, почему ты удивляешься? Эй! Ну, блин! Еще один золотой бронес. Отошел на минутку чайник поставить. Тебе казалось, что ситуация безвыходная, что ли? Я там отбивалась и таки-таки. О, смогла, но это не значит, что я смогу это повторить. Будем делать, я думаю, точно тоже, но... По крайней мере, хотелось бы выйти в люркеров, потому что мне реально нравится, как они справляются с протосами определенного рода. То есть не со всеми протосами, но... В них главное выйти, до них главное добраться, дальше уже легче. Для этого потребуется больше натирания. Свою песню «We are the champions» Фредди Меркьюри написал после победы Ники на Ландере. На той карте слева от мейна есть золото? И что, и он там на золоте сидел все время? Протос этот на золоте сидел? Не-не, не может такого быть. Серьезно? Ужас. Недостаточно минералов. Нам нужно больше минералов. Эй, у нас мало минералов. Нам нужно больше минералов. Откуда я знаю? Ну да, у меня не было разведки. Но, может быть, ты как-то это прочувствовал. Потому какие там он войска собирал, сколько он тратил на это. Все, никак не мог выйти на третью, я ему вроде не давала. И ты, может быть, такую как бы аналитику провел. И можешь мне сказать, было у него золото... Что-то я перестаралась с рабочими на газу. Ну что, что ты ко мне приезжаешь? Ну вечно тебя надо подвоха какого-то ждать. Вот нужно бежать и караулить эту пробку. Ух. А куда она делась? Фотонить меня, да? Уже идешь фотонить? Бульк. Мне так нравится этот звук, когда пул достраивается. Блин, мышка, 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 веди себя хорошо. Не мешай, не мешай, не мешай. Лингов, 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 лингов. И очень быстро перейдем в люркеров, наверное. Так, попробуем сейчас. Знаю, это не так хорошо срабатывает. А вот и новая королева. Сейчас посмотрим. Где-то у меня двое рабочих. А, вот эти, да? У нас тут новая королева готова. Я знаю, я знаю. А, вот этот мой рабочий один, который никуда не пошел, да. Все, я тебя нашла. Разведку бы, да, какую-то? Что у меня здесь? Так, гейт, гейт. Сейчас так облетим аккуратненько. Уже? О, да вы шутите, да вы шутите просто, ну, надоели. Вы мне уже надоели, ненавижу мерзких адептов. Ну, сколько можно? Ну,
Научись что-то другое делать. Когда там уже мои собаки выбегут, сколько мне их ждать нужно? Вот. Ой, ой, собаки мимо. Мне не надо мимо. Нужно вернуться и все наладить. Гидру. Все, быстро гидру. Быстро рабочих. Куда-то там уведем сейчас. Да, даже так, даже в большом количестве уведем. Там потом восполним, если что, я уже промахиваюсь. Нет времени по одному их отсчитывать здесь. О, нужно больше собак хотя бы для начала. Он же сейчас опять придет паразит такой. Так, что там четверочка у меня? У меня же разведка, блин, я совсем забыла, что у меня разведка. Четверочка, что ты видишь? У меня мало газа, мне сейчас на гидру не хватит. И вторая нормально не раскачана. И он как прилетит ко мне сейчас вот отсюда. Я прямо как чувствую. Как прилетит. Так, четверочка. Как обстановка? Докладывай. О, докладывать, что видит сталкер. Но я, наверное, не смогу прибежать и спасти четверочку, да? Блин. Мне жаль, что так получилось. Или я бы успела добежать. Не знаю, друзья. Люркера, люркерочки. Сколько там? 150, да? Гарень, я тебя просто бесценно. Да ладно, да ладно. То есть тебе нравится, когда меня здесь злят. Больше надзирателей, да, сейчас. Мне еще один детектор нужен. Я боюсь дарков теперь. И я хочу грейд хотя бы один. Алекс говорил не заказывать все сразу. Все грейды сразу не заказывать. Он считает, что это плохая идея. Я боюсь, что он здесь может выйти на базу сейчас попытаться. Поэтому мы как-то должны этот момент проконтролировать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А еще у нас скоро будет саплай-блок. У нас не только с минералами проблема. Чё, уже? С кем я там дерусь? Сгрызу или не сгрызу? Сгрызу или не сгрызу? Не-не-не, не сгрызаю, по-моему. Эх, не смогла этого имморталла слопать. Тихо, уходим, поднакопимся. Он там такой подбитый, что... Эх, ладно. Идем драться. Он щиты восстанавливает. Морский имморталл. Ладно, все, уходим. Повоевали, и хватит, нужно накопиться. Так, это мой первый люркер. Даже один люркер, это на самом деле неплохо. Даже один люркер сейчас мне очень поможет. Все начинается с одного люркера, сейчас их будет больше. Так, третья, прям нужна. А вот и второй люркер. Отлично, их уже двое, а вот и третий. Шикарно просто. Так, еще гидры. Я еще одного сделала версира. Я параноечка, да, немножко? Зачем мне их аж так много? Ничего. Тогда иди сюда. Да, у меня сапплайблок. Выкидывала убийца. Так. Закапывайся, четверочка. Воу, что это случилось? Что с вами случилось? Ай-яй-яй, как нехорошо. Только теперь-то он уже знает про моих люркеров. Это проблема, потому что у меня нет прям такой армии, знаете, для хорошего большого выхода. А он знает, что они у меня есть. Сейчас подготовятся, как обычно. Так, я думаю, что мне нужно шкурку им для начала. Ладно, это все потом. Че, я уже дерусь? Подожди, не дерись. А, ладно, дерись. Все хорошо. Можешь продолжать.
У меня минералов сколько много, нет? Ну что там? А почему я боюсь к нему идти? Я не знаю. Как-то всегда вот этот проход на рампу, вот этот момент психологически очень сложный для меня, не знаю. Всегда кажется, что тут сейчас будут большие проблемы. Не, ну проблемы и есть, просто может быть не настолько большие, как мне кажется. Так, а можно заставить люркера бить того, кого я хочу? Прям точку сбора им здесь поближе поставлю, пусть идут. Что-то я их, по-моему, не додавила здесь, да? Отходим пока что. У меня тут такая длинная-длинная цепочка бежит. Эволюция завершена. Я знаю, ну подожди, у меня нет времени. Сейчас я все переведу. Я сейчас все сделаю, честно. Она пока копится. Пока я этим занимаюсь. Ладно, ничего, я пока третью раскачиваю. Все нормально. Зачем я заказываю дальше собак, если могу больше гидры? И если я могу заказать, наконец, грейд гидре. Что же я делаю? Абсабить, да-да-да, я знаю, я протупила там, и мне поэтому люркеров там убивали. Ты не застроился даже? Ну, чувак, ну, я даже не знаю. А почему? А где все? Где его армия, там все дела? Он пошел ко мне, что ли, в контратаку? А, вот ты где! Я тогда отойду, ладно, мы давай будем здесь драться сейчас. Да, вот тут я согласна. А то там мне не нравилось. Supply блок очередной. Для этого потребуется больше надзирателей. Я знаю, сейчас будут надзиратели. Я пачку заказала уже. Все на подходе. Я не знаю, насколько эта игра затянется. Я на всякий случай поставлю четвертую. Ну мало ли, у него там еще 10 нычек где-то, где я не разведала ничего. Что-то новое. А он написал GG? Ну ладно. Еще 10 нычек. Ну мало ли что там. Я же правую часть карты вообще не разведывала. Поди знай, где там он сидит и на чем. Какой же у Люры дамаг, на это страшно смотреть, поэтому она мне нравится, да. Без ГГ, анмайнер. Вот так. Запомним его ник. Его зовут Лаву. Где музыка? А вы что думаете, я ее каждый раз буду включать? Нет, только после эпичных побед. Только после эпичных побед, да. Диди в личку оппонента надо в таких случаях оформлять. А, типа, учить вежливости надо, да? Чат. Диди. Да. Он эпично наступил на люркер. Мне тоже так показалось. Ну, тут графики, наверное, особо нет смысла смотреть. Адептеры. Ну что, играем дальше. Напиши ему изи. Не, так я не делаю, это совсем некрасиво. Так я вроде как и его похвалила тоже. О, вот это сейчас будет интересно. Платиновый зерк. Меня сейчас придут и сожрут лингами. Они всегда так делают. Всегда. И я не знаю, что с этим делать. Даже если я увидела выход этих зерков, как бы с их базы, я все равно ничего не могу сделать. Это просто какой-то замкнутый круг. То есть меня просто сейчас придут и слопают. И карта очень к этому располагает. Прийти. И хрум, хрум, хрум. Все, что у меня здесь есть.
тупо скушать. Почему я его так поздно отправляю? Ну ладно, зато с овером не завтыкала, да. Жри их лингами сама. Я не хочу так, я не хочу. Мне не нравится такой подход. Я понимаю, что можно отточить определенный порядок действий до автоматизма вообще и прибегать жрать с собаками, но мне очень-очень это не нравится. Я не хочу. Это самый легкий путь. То есть надо какое-то время этому уделить, просто научиться безошибочно выполнять билд. И дальше. Так, я не буду пока заказывать рабочего, я хочу чуть-чуть раньше поставить пул. На всякий случай. Вот нам теперь рабочего и газ. Минералов. Ты легких путей не ищешь? Ну как сказать, конкретно такой легкий путь мне совсем не нравится. Минералов. Я не хочу быть такой же, как они. Поэтому... То есть совсем, если мне грустно становится, я начинаю туда пробовать какие-то там улыны с собачками. Вот, но... Там без практики тоже они не очень хорошо получаются. Там нужно практиковаться, а я не хочу именно это натренировывать, так сказать. Ох, он так поздно летит ко мне. У него все уже решено. Ему вообще все равно, что я буду делать. Я же знаю, чем сейчас это закончится. Даже без разведки, ну, даже не приходя туда к нему, я понимаю, что сейчас будет. И почему я не готовлюсь к этому нормально. Плетку уже сейчас... Твою дичь. Наша база атакована. Ну давай, давай. Ешь, ешь. Приятного аппетита. Немощный зерк. Ничего ты не можешь больше, кроме своих этих штучек. Нам нужно больше минералов. Ты позоришь всех зергов. Всех-всех зергов позоришь. Наши войска атакованы. Как же я вас таких не люблю. Похоже, наша стая вступила в бой. Привет, привет. Не, давай, давай мы под плетками будем драться. Ну вот что мне теперь делать? Теперь нужно бежать к нему. Недостаточно минералов. Че стоишь? Бэйнов морфишь, нет? А чего? Чего не морфишь? Может, у него еще Бэйн, знаете, не достроился, да? А когда начнешь? Че-то их больше, да? А, побежали, побежали со мной туда наверх. Оп-оп-оп. Не-не-не, ну не трожь. Блин. Я знаю, что мне нужно. Я знаю реально, что мне сейчас нужно для счастья. Ну, кроме вот этого. Сначала нам понадобится больше газа. Я знаю. Будет тебе больше газа, когда мы минералы раскачаем. Да не-не-не, куда вы бежите? Стоять. Там одна таса. О, что, ты тут морщишь, да? Ну, давай, давай, удачи. Ой, я что, всех взорвала там, да? В смысле, своих всех. О, как он микрит, да? Ты еще и микришь, ты? А я вот не умею, да, я не умею вот так нормально бэйнов взрывать. Ну что? Какой у нас план, друзья? Нет у меня хорошего плана. Наши войска атакованы. Чтобы нам сейчас здесь предпринять. Могу делать только бэйнов и только тараканов. Не, только не в рабочих, только не в рабочих. Пожалуйста. Не надо в рабочих, не надо. Я тут перестрахуюсь Пройди чуть-чуть. Больше на...
Тут один рабочий затесался, дерется такой отважный малый. На вторую я никак не выйду. Он там уже цветет, наверное, и пахнет себе уже кучу всего. Три базы взял. Эй, да, дружище? О, кстати, у меня же четверочка на разведке. Я могу проверить, что там у него по базам. Нам нужно больше минералов. Недостаточно минералов. Я знаю. Зато очень много газа. Если короче доживешь, Димуту, кстати, мута, реально. Реально, мутка же. Что там у него? А, я вижу, что он продолжает делать пока что. А, к слову о мутке, да. Очевидно же, что так и будет. Четверочка, улетай, пожалуйста, улетай. Я все увидела, что хотела. Он ждет, что я к нему сейчас приду. Нет, мне нечем. Объективно. Вторая база только строится. У него уже полным ходом там она работает, к сожалению. Одним скоплением минералов меньше. Шумейн заканчивается. Грустняшка. Ну, тут я попробую сейчас перекопаться поближе. Плеточки вот сюда пойдут. Ну, я надеюсь, что забегания никакого не будет. Эй, у нас мало минералов. Я так хочу до гидры дожить. Гидра, пожалуйста. Ну какая гидра с одной базы? Достаточно минералов. О, что-то дела мои плохи, друзья. По-моему, это все-таки слив уже, но как-то не хочется прямо сейчас выходить. Так, я их хотя бы здесь не пропущу, если он собирается идти. Недостаточно минералов. Четверочка моя закончилась. Пробую другого овера подвести, а то я вообще без разведки. Контратак прочим, по-моему, сейчас это плохая идея. Ну, из меня аналитик тоже как бы не очень. Я не знаю. Эй, у нас мало минералов. Не могу выполнить... Недостаточно минералов. Не могу выполнить эту команду. Я знаю, мне нужно раскачать вторую. Породи больше надзирателей. Сейчас. Что, вот уже тут? О, с рейвиджами. Ах ты, какой молодец. Не-не-не, не овер, только не овер. Ну, имей совесть. Ты паразит. Сейчас, Ник здесь будет микать. Плетки. Надо было вообще сразу под плетками драться. Ну что же я за лопух такой? Почему я не дралась под плетками? О, все. Иди, кровожадный зерк. Еще и русскоязычный. У него, он, наверное, там альта был, сейчас с кем-то общался. Вон, у него стоит русская раскладка. Да. Привет, Дар, привет, Фенрис, Эммот, привет, Скеп. Мистер Локи, здравствуй, Тайм Пиксель. А, Рон, привет, привет. Катка. Катка. Ди Худи, здравствуй. Дао Данго, привет, привет. Привет, Орсон. Алекс, привет, ты тоже здесь, Ника, безошибочно читает соперников. И что Нике это дало? И что ей это дало? Ничего. Пошли к нему ядовитых собак, пусть отравятся. Что это у меня, Теран? А, вот сейчас, сегодня мы видели уже эти всякие улынчики от Протаса, от Зерга, а Теранского еще не видели. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Какой же я лопух. Почему меня всегда приходят и съедают? И я понимаю, что будет. Но не могу выработать себе какой-то алгоритм действий для того, чтобы это предотвратить правильно. Крайволф, привет, привет. Ну, прости, когда я играю в StarCraft, я очень мало читаю чат. Я вся тут, я... Стараюсь чего-то не упустить.
Что хорошо, у меня чат рядом с мини-картой, поэтому, когда я кашусь на чат, у меня больше шансов заметить что-то, что на мини-карте происходит. Вкусняшка, да. Увы. 17-я палатка — это какой-то у меня такой стандарт. Вот. Но мне сейчас надо пул ставить быстро, потому что иначе я не смогу защититься от рипера. Но тем временем у меня, наверное, уже 3 личинки. Да, я, наверное... Да, я уже завтыкала с одной личинкой. Жалко. Жалко личинку. Ну, что поделаешь. Эй, у нас мало минералов. Первый пункт в любой стратегии — хорошо покушать. У тебя новая прическа? Нам нужно больше. Да не, не совсем. Ну, привет, Флакс, я рада тебя видеть. Я тебя расстрою, но 2 гита, 2 адепта — это не all-in. Ну хорошо, допустим, ладно, первый раз ты согласен, что он all-in-ил, второй раз нет. Или... Ну, там просто было не 2 адепта второй раз. Что ты здесь делаешь? Так, только не ставь мне здесь этих своих штучек, ладно? Для этого потребуется больше надзирать. Я знаю. Ой, я 2 королевы заказала, это я на широкую ногу. Ну, чё, второй газ ставим. И во что же я буду играть? Я хочу играть в свою новую совершенствованную гидру и роучи, и грибочки. Давайте попробуем грибочки. Развлекаться так развлекаться, как бы. Я поняла, что на ладре мне сегодня не очень везет. Грибочки. Во что будет играть этот Теран? Интересно. Против био, наверное, это не самая лучшая прям связка. Если что, всегда можно люркеров построить на худой конец, да. Это совет мой на все случаи жизни. Так, раскачиваем вторую, раскачиваем. Мне нужно много рабочих. Мне нужна вера в то, что он не придет ко мне прямо сейчас. Я хочу много рабочих на второй. Больше минералов. Полин любит грибочки, да. Что-то мы с вами Сайленс так и не допрошли, да, в тему грибочков. Хотелось бы ее закончить. Вообще, я думала сегодня ее постримить, чтобы допройти хотя бы одну игру перед тем, как начать новую. Кто знает, что у нас завтра выходит? Релиз какой игры будет завтра? Так, что у нас здесь? Ой, бункер, да, реально. Ника посмотрела на бункер и полетела себе дальше. Нет, это не дело. О, ну что, ты ко мне уже прямо сейчас будешь прилетать медиваком или чуть-чуть позже? Так. Тык. Оп. Больше надзирателей. Да, давай я лучше газ поставлю, еще одного закажу. И еще надзирателей. И еще одного надзирателя. Много. На все деньги сейчас закажем. И, кстати, эволюшн я, наверное, уже поставлю. Тык, я же говорила, что мне нужно много рабочих. Чтобы контролировать какой-то выход. Кстати, на удивление, этот Теран играет совсем не агрессивно. Он все еще ко мне не пришел ни с чем. Я так удивлена. Такой нормальный парень. Я ему обязательно напишу. Ну, или девчонка, может. Я ему напишу диди. При любом раскладе, как бы. Молодец, видите. Не пришел меня унижать прям с самого начала. И спасибо на том. Я здесь на всякий случай тоже спорку влеплю. Я перестаралась, да, с рабочими здесь, на этом газу, что-то произошло у меня не то. А здесь мы закажем скорости тараканов и гидру, и еще грибочков, но только не все сразу. И на третью базу, раз мне дают такую возможность, почему нет? Поехали третью. О, можно вообще далеко поставить, да? И он типа не догадается, что она у меня есть. Какой у меня хитрый план. Он ждал, что ты... Да, сейчас все зерги так играют, что он ждал, что я приду там как можно быстрее просто его съедать. А я такая, нет, он, наверное, тоже там сидит и думает, ну что за зерг такой непонятный. Сидит, что-то копошится. Да. Новый The Walking Dead есть, да. Мы, я думаю, завтра будем ее стримить. Огромное спасибо Молчуну, он подарил мне предзаказ на эту игру.
Поэтому я на всякий случай. Ну, чувствую, что ее здесь нужно влепить. Как и здесь, кстати, тоже. Я не буду жадничать на самом деле, да. Я лучше так сделаю и буду себя увереннее чувствовать. Ну почему? Ну, меня там не достает, да, спорочка не достает. Куда ты полетел? Я только перекопалась. Ну, мерзавец. Гидра, ты куда? Стреляй по нему. Давай. Есть. Срочно на газ возвращать, ребят, нужно, да? А, паразит прилетел таки ко мне. Значит, мне нужно здесь больше спорок, все. Я уже и забыла, да, что... Ребят, чё? Выход мариков. Я сейчас, когда закажусь... Сейчас. Так, кто это у меня здесь? Опять? Опять вы? Есть гидра? В некотором количестве, да. Вот этого подбитого сначала, а потом вот этого. Еее! Помните мое шестое чувство про спорочку здесь? А то и две надо. Что-то ему сильно нравится эта стратка. Надо обмазываться ими. Что там мои грибочки? Первый пошел. Хорошо. Где он? Я его потеряла. Ладно, неважно. Он не знает о том, что у меня здесь есть что-то, да? Не знает. Хорошо, он сюда еще не прилетал, не разведывал ничего. Ой, что такое? Что такое? Идите сюда. Нет, не убегайте, пожалуйста. У меня армия разбегается. Час. Сейчас разберусь с бинтами своими. О, уже лучше. Так, что я пойду? Еще одну спорку? Не, эволюшн. Мы истощили месторождение минералов. Недостаточно энергии. На всякий случай лишним это не будет. Люркеры меня иногда очень спасали. Че, идем к нему? Он же там уже на третью, наверное, вышел, пока я тут чухалась. И его третья наверняка поближе, она, наверное, вот тут. Да, я иду. Он же не такой лопух, как я, так далеко ее ставить. Похоже, наша стая вступила уже? В бой. Уже? Я что-то не заметила, где-то мне подралась. Ну, ладно. Это что там, танк? Не, наверное, зря. Меня реально мало здесь. Ну, о чем я думала? Не, ну реально, там их очень много танков было. Ника. Эх, нужно было, они за мной бегут. Смотрите-ка. Ну ничего, это все равно, это хороший терн. Нам нужно больше минералов. Ох, сейчас он за мной как придет. Покусает за попу. Какое ПМ полин? Ну, класта. Я знаю, что истощили. Сейчас. Похоже, наша стая. Уже? Ну, ты уже пришел. Ну, блин. И вся моя армия куда-то туда подбегает. Рабочие, рабики. Не трожь грибочек. О, под танки, молодец. Я их что, не заметила? Ну все, это GG. Зря я тогда к нему, конечно, полезла. Но третья у него таки была, и у него все хорошо. Похоже, наша стая вступила в бой. Мою третью, кстати, он еще не нашел. Блин, он же ее еще не нашел. Что же нам сделать? Нам нужно больше минералов. Сколько там танков? Не, ну куда вы бежали? Не, это не дело. Не, ну все. Похоже, наша стая вступила в бой. Это GG.
Закопку. Ну, да, наверное, стоило закопку сделать. Ты же могла королевой отойти. Оставила ее в Range Liberator? Может быть. Это ведь третий сезон? Да, выходит третий сезон ходячих. Нормальный парень, может, вообще не будет нападать. Но он дождался в итоге, пока я к нему пришла, видите? То есть я пошла проверять, что там третий есть, нет. И оп, попала на танки. Я была просто очень невнимательна. Не знаю, был у меня там шанс или нет, если бы я не слилась прямо в начале. Семнадцатая хата, 16-й был хороший билд. Мне он тоже кажется хорошим, на самом деле. Он вроде бы в теории, он дает возможность отбивать всю эту фигню. В то же время нормальный задел на развитие. Но я-то все равно умудряюсь не отбивать ее. Может быть, для меня он не вполне подходит. Хотя я все равно упорно играю в него, он мне нравится. Так что там складно получается. Так... Джентльмен пропустил даму вперед. Но вообще это прикольно, когда мы сидим, отъедаемся, пока кто-нибудь там первый не придет, не покажется. То есть такая первая стычка произойдет, и тогда уже там начинается замес. Ну что тут смотреть? Ну в какой-то момент вроде бы у меня даже был какой-то перевес. А потом я такая пришла к танкам. А потом уже все стало совсем плохо, да. Он тогда настроил армии сразу много-много-много и пошел меня добивать. А вот... по действиям рабочих он... А, я была впереди? О, я думала, у него там третья база нормально уже давно работала. А, вот это он вышел на третью, похоже, и он ее сразу хорошо раскачал, не то что я. Такие дела. Мама говорила, что грибочки — это сила, их нужно побольше, ими нужно уметь пользоваться, и им нужно хорошее прикрытие, конечно, не просто вот так голые грибочки. У меня их было довольно много по отношению к той армии, которая имелась, поэтому они не смогли себя хорошо проявить. Все равно Ника молодец. Он хотел дружить, а ты напала. Он хотел собрать свой какой-нибудь теранский непобедимый лимит, насладиться им, типа там, не знаю, настроить батл-крузеры, все дела. Просто мула вкину. А, поэтому такой прирост по добыче пошел. Атакер, привет. Ты тоже платина 3 теперь? Ну, мы с тобой, значит, где-то там рядом. Смотри, не начинай меня снайпить. Он мулов на третью набросал. Ох уж эти теранские штучки, да? Паф, это другой теран, да? Не тот, который был только что. Какой-то такой другой. О, я хочу еще чатик почитать, а я уже игру запустила. Ладно. Так, все, Нику, соберись. У меня есть какие-то... О, он такой вежливый. Ну как я буду на него нападать теперь? Я тебе сейчас отвечу. Подожди, мне нужно овера заказать, а потом все дела вот эти. И рабика сейчас, рабика закажу, и потом вот. Good luck, have fun, там тра-ля-ля. Я тоже рада тебя видеть. Все. Слушайте, ну он же не может вот так хорошо со мной поздороваться, а потом какую-то фигню сделать, такую риперами сейчас прибежать ко мне. Ну, не может же, правда? Это было бы совсем как-то некрасиво. Так, если я сейчас не завтыкаю, поставлю нормально вторую пул, я, в принципе, успею отбиться от первых риперов. По идее. Главное, нигде не втыкать, чатик там не читать. Вежливый — это отвлекающий маневр. Ну, я знаю, да. Недостаточно минералов. Я все равно не могу не ответить. Я тогда себя чувствую такой грымзой, знаете, неотесанной, которая не хочет любезничать. Которая пришла только здесь свою злость сгонять. А так как мы сели приятно провести время за Старкрафтом, то как бы у нас есть время и обменяться любезностями. Да. Типа он же тоже потратил время на то, чтобы мне это написать. А что, если у него эта фраза скопирована в буфер, и он ее не набирает каждый раз, а просто... Нет, ну почему я сразу плохо о человеке думаю? Нет, 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 вряд ли. Вряд ли. Что там мой пул, как там у него дела? Он собирается достраиваться? Или нет? Ту-ту-ту-ту. Я бы поиграла с тобой, но не люблю ЗВЗ, а я очень люблю играть со знакомыми.
Мне даже неудобно к ним приходить с атакой. Мне иногда попадаются на ладере мои зрители. Зрители стримов. Вот. И такое было, что я побеждала, и люди не очень адекватно на это реагировали, но типа, ну ты чего вообще там, разве это честно было, там, я намного типа слабее тебя играю, потому что мы просто на ладере встретились. Вот, а ты такая, такая раз такая. Хотя я обычно не рассказываю, что все знают, например, мои стратегии, которыми я играю. Вот. Что меня очень легко законтрить тем, кто смотрит мои стримы. Потому что они, в принципе, знают... О, чего я сюда отправила рабочего? Не-не-не, у меня вообще другой план. Вообще другой. Два газа, да. Я поставила два газа, Алекс, и у меня нет Алекса, чтобы слить ему. Уже четверочка улетает. Нет, от одного Марика она вряд ли спасется уже. Разведала. Здрасте. Эволюшн уже сейчас, да? Да, я хочу сделать тараканов с апгрейдом сразу. Наши войска атакованы. Эх, четверочка. Ой-ой-ой. Мой план немножко провалился из-за того, что я залезла в supply блок, из-за того, что там убили четверочку. Видите, у меня сейчас много виспена, но он сейчас уйдет на тараканов. Ну что, сейчас вылетит, и я сразу тараканов закажу. И Грей там сделает толстые шкурки. Не хватает энергии. Ой, мне даже иногда попадаются на ладере люди, которые пишут. Типа, слушай, у меня за сегодня, типа, там уже три подряд поражения. Можешь мне, пожалуйста, типа, сдаться там? Вот, я пишу, у меня тоже три подряд поражения. И человек такой расстроенный выходит. И реально, ну, то есть, он же может потом посмотреть по истории, что у меня действительно три поражения. Все дела. Нам нужно больше минералов. Я хочу еще овера заказать. Еще одного овера. Все, 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 все. И дальше раскачиваем вторую. И ставим еще один газ. Так. Мне все хорошо, мне все под контролем. Кроме того, что у меня здесь нет скорочки. Сделать бы люркера хотя бы только для того, чтобы закопать парочку на базе. Представляете, как хорошо на случай дропа. Было бы идеально. Просто если бы у меня хватило на это АПМа. Вроде бы это и не сложно, да? Грейд сделаю потом, если не забуду люркеров. Че он ко мне не идет? Еще один теран, который ко мне не... О, не-не-не-не-не-не, я тебе не дам в обиду. И все, улетай. И вообще мне нужен наверсир. Раз уж ты оказался под рукой у меня. Сперва нам понадобится больше натерна. О, сплайблок очередной. Ника, помимо игры, общается с нами. Болтовня отвлекает очень. Может быть, есть люди, которые могут болтать. Ну, Алекс тоже всегда об этом говорит, что если болтаешь, то намного сложнее играть. Это не то, чтобы оправдание большое. Ну да, тому, кто не стримит, всегда легче. Ну и тут еще думаешь, там, ну, как все это выглядит на стриме. Там. Чатик косишься. Нам нужно больше минералов. Да, есть такое. Мне нужно не только свои мысли оформить, просто в голове мне еще нужно это вам все вслух сказать. Я королеву заказала. Вообще не собиралась, но сейчас я думаю, может быть, буду тянуть грязючку. Если уже действительно заказала. Да, заказала. Ну ладно. Так, люркеры. По парочке закопать. Я, наверное, не буду их использовать прям в армии, но... Я просто здесь сейчас стою, чтобы, если что, защищать третью хоть немножко. Я не планирую к нему сейчас идти, пока у меня не будет убойной армии грибочков. Я решила опять против тиранов грибочков играть. Только надо их так намасить хорошенечко. Пока он меня не трогает, почему бы мне не развить третью? Потому что он потом придет и разложится у меня танками в огромном количестве. Может, тогда все-таки люркеры? Если отщелкать. А, ну что отщелкать, если у него просветка.
Я же хотела тянуть веревочку. А вот он уже идет. Выработано. Да. Меня много, все нормально. Достаточно минералов. Все хорошо, все под контролем. Тра-ля-ля. Не, ну я не буду здесь плетку ставить. Так, все, я готовлюсь его встречать. Может, рейвенджеров, а? Плевать. Весь план коту под хвост с люркерами, со всеми делами. Я вовремя решила морфиться. Ай, молодец, никому. Тра-ра-рам. Сперва нам понадобится больше надзирателей. Для этого потребуется больше надзирателей. Мутант, породи больше надзирателей. О, танк, отщелкиваем. Что-то я до него не достала, да? Сперва нам понадобится больше надзирателей. В сторону. Где танк? Ты уже что, разложился, уехал? Вот это шустрый, ничего себе, а вон убегает, смотрите, аж. А как танк? Танк же пешком едет. То есть, ну, едет, ну вы поняли. Он же медленный, он не может так быстро смыться. У танка же нет закопки, да? Где он делся? Я хотела его догнать, полакомиться танком. Так, я сейчас проверю базу здесь. А, ну, нет, ничего я уже не проверю. У-у-у. А вон танк, вон. Достану я туда? Да, все, танк закончился, убегаю. Так важно мне было его достать, что ли? Так, торопим. Что-то меня мало, да, ребята, уходим. Да заказаться. Люркеров, мне нужны люркеры. Вот кто мне нужен. Где у меня есть люркеры? И люркеры, и рейвенджеры — это, конечно, труба. Но это реально то, что мне нужно. Мне сейчас нужно хоп и быстро перестроиться в другой состав. Несмотря на то, что там просветки. И у меня мало виспена. А, ну да, я не привела рабочих. Все такое. А, я же еще грибочка. Что? Ну, это все, это никак не спасти. У нас мало минералов. Я там собиралась грязючку тянуть, вы помните? Мне понадобится больше виспена. Как я ловко, да, сразу 6 выделила. На самом деле повезло. Сначала нам понадобится больше газа. Я знаю. Так куда слить этих двоих товарищей? Простите меня, простите. Мне понадобится больше виспена. Я боюсь, что вы мне сейчас немножечко будете мешать. У нас тут новое... Одним скоплением минералов недостаточно виспена. О, идем куда-нибудь. Где хорошее место для битвы? Наверху тогда? Только не в узком проходе. О, вот тут становимся. Закопали. Под просветку закопалась. Лох печальный. Не-не-не. Так, стоять. А сколько у тебя просветок, дружище? Сначала нам понадобится больше газа. Не хватает газа. А что, у меня где-то он не качается, что ли? Почему мне катастрофически его не хватает? Я его потратила так лихо. Почему у меня газа не хватает все время? Сначала нам понадобится... Ну да, не хватает. Что? Мерзавец. Так, четверочку надо выкопать. Идем. Я отобью. Не видать тебе моей базы здесь. Тут все. Идем сюда, здесь сразу газ поставим, потому что ради газа это все затевалось, мне его очень не хватает. Что у меня лимит? Откуда? Я рабочих перестроила сильно много. Откуда лимит? А на люркерах нужен лимит. Стоять, дроп, стоять. Дроп, дропатель. Месторождение минералов выработано. Лови медивайки, лови, сбивай медивайки.
Воу-воу-воу-воу, стоять. А просветки нету, что ли? А, есть. Стоять. Сколько у него просветок, интересно? Миллион? Миллион. Миллион. Ах ты, паразит. Мы истощили месторождение минералов. Не-е-е, замес пошел. Больше люры хорошие. Ой, нет, люры не получится, наверное. Так, сейчас надо перекопаться. Догоняйте. А чё он такие медленные? Мне нужен играть на скорость люркером. Быстрее подходите, потом закапываемся. Еще чуть-чуть. Оп. Месторождение минералов выработано. Ты говоришь мерзавец, как будто тебе нравится, что он мерзавец. Не знаю, ну у меня голос такой, что, наверное, даже если я ругаюсь, это выглядит так, как будто хвалю. Мне как-то на Твиче написали. Ой, не Твиче, на Ютубе. На Ютубе написали, что, короче, что у меня голос такой, типа, не подходит мне под внешность. Да! Но этот Террен был хороший, даже жалко было его выигрывать. 200-200, что зерг должен делать? Идти побеждать! Смотрите, начала тянуть грязючку, и все, пошло. Привет, Iron Crocs, привет, GTI-88. Кого я еще не видела сегодня? Звей, привет, привет. Антилак. Привет, Кукиш, привет. Пси-ги-пси-ги. Голос не подходит, типа голос добрый, внешне злой, да, что-то такое получается. Че, отдохнули, ладно, все, идем потеть дальше. Почти как в Sims. Что у нас тут? Как наши дела? Самомар все так же плохо. Вроде я старалась, вроде добавили много 22, но я так основательно до этого насливалась, что. До того, который у меня уже был, мне сейчас еще очень далеко. Но для этого, наверное, нужно регулярно играть. Что-то мне золото стали давать. Да, раньше мне только платину давали играть. Так. О, 131? 131? Я не пила никакие энергетики. Ты сильно вспотел? Конечно, конечно. Ну что? Сейчас, чуть-чуть перерывчик, чуть-чуть. Если чатик мне хочет что-то написать, давайте, у меня есть пару минут, чтобы почитать. Грейды какие у тебя были? По-моему, я успела сделать 1-1 грейд на скорость тараканом, грейд гидри, этот ее имбовый грейд, который, да. Вот. Давай посмотрим стоимость улучшений. Вот. Будем считать, что затащили улучшение, да? По-моему, я все-таки успела 1-1. Стоит покупать СК-2 с ботами, попробовала ПМ-50. Да при чем здесь АПМ? Покупать стоит, если ты получаешь удовольствие, если ты хочешь, ну, дальше играть, если для тебя это хорошее времяпровождение, потому что ты по-любому вбухаешь много времени в StarCraft, потому что хочется играть еще там появляется свободная минутка, ты садишься и играешь. Если ты планируешь так вот отдыхать вечером, например, или с друзьями, если у тебя есть несколько друзей-старкрафтеров, с которыми вы будете собираться в скайпе болтать, там играть 2 на 2, 3 на 3, даже 4 на 4 за место устраивать, тогда да, я думаю. Ну что, поехали. Сколько игр у тебя всего на ладдере? Ну, давайте посмотрим сейчас. Профиль, поехал.
Много, 1766, но это вместе с нашими 2 на 2 с Алексом. Их довольно много. Кстати, у нас 11 матчей, 8 побед, 2 на 2, и 20 матчей, 8 побед у меня одной. То есть, видите, у меня даже не 50% винрейт. С Алексом мы побывали несколько раз в высшей лиге, в командной. Вот, а тут я как-то раз была в Алмазе, мы это занесем в это, на доску почета. Вот. Ну что, мы продолжаем. Надо волшебной тряпочкой вытереть поверхность под мышкой, чтобы эта пыль, вот, которая образовывается, оттуда шла. Я все равно пока так дую, потому что не нашла пока эту игрушку маленькую. Ты в Алмазе была в Хоте? Нет. Нет, в Лотве. В прошлом или позапрошлом? В прошлом сезоне, по-моему, да. Там как раз с ладдером что-то какой-то косяк был. Многие тогда в Алмаз попали, и я тоже на волне. Вместе со всеми. Ну, я тогда старалась, я тогда много играла. То есть я села так, села, и я за ночь вошла в Алмаз. Вот, я рассказывала уже эту историю, почему я не спала, не могла спать всю ночь, села и тупо засела на ночь за StarCraft. И только... И мне протосы тогда попадались. А на тот момент, до вот этого обновления последнего, у меня протосы был самый хороший матчап. Вот реально как-то мне с ними хорошо получалось. И тогда так получилось, что у меня, наверное, 10... Ну, ладно, может, не 10, может, чуть-чуть меньше протосов. Просто шли один за другим, один за другим, один за другим. И поэтому я тогда хорошо затащила. То есть в Алмаз волной смыла, да? Типа такого. Все, продолжаем. На заказе много АПМ. Ну да, говорят, что зерги очень АПМные. Зажимаешь кнопку, бумс, там и заказался. Опять не золотого терана? Ну, батлнет, ну что, все настолько плохо, что ты мне все время золотых соперников находишь? Вытереть пыль под мышкой? Ну да, под мышкой. На поверхности под мышкой, той, которой я играю, ребята. А кто там у меня Теран, да? Я только что сказала, с кем играю. Ребят, с кем я играю? С Тераном? Я вслух же сказала Теран. 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 Последняя катка была реально плотная. Так, ну что, опять поставлю 17-ю. Это так очень сейфовенько, да? Это не здесь есть еще одно золото? Нет. Battle.net дает возможность восстановить свой ММР. Типа, который у меня был когда-то. Не-не-не, потом меня за это будут наказывать, я потом буду только проигрывать. Я знаю, как это работает. Она играет под мышкой и побеждает. Недостаточно минералов. Соперником я уже посмотрела. Ты, наверное, не заметил или не заметила. Я заглянула, уже посмотрела, да. Просто иногда лень отрываться. И легче спросить у чатика. Я вас не использую, нет. Тык-тык-тык. Так-так, что мы будем делать? Пока моя разведка долетит. Пока четверочка прибудет на место. А что мне дает разведка? Ну, пойду я там, да, ну. Если в случае с зергом еще ладно, надо, ну, я понимаю, там я могу встать и увидеть этот очень ранний выход. Хотя, ну, я и тут смогла бы. Я таки хочу построить грибочки. В прошлый раз у меня все пошло не по плану. А почему я не заказала королеву? У меня все это время стоял пул уже.
О, все, я, кажется, начинаю уже болтать и не думать о том, что делаю. Это плохой знак. Привет, Рипер. Ты знаешь, я тут забыла вовремя королеву заказать. И именно когда я забыла, именно тогда ко мне должен прийти Рипер. Ей, уходим, уходим вот сюда, пока он там будет за нами бежать. О, невзрываемых рабочих. Нет, это все, это уже проигрыш. Тут новая Давай, королева. отбивай своих. Куда она побежала? О, Эй, у нас мало втыкатели. минералов. Это ж надо было так. Просто эпично. Я даже не знаю, народ. Жесть как. Так, мы сейчас всех рабочих будем тут собирать. Породи больше надзирателей. Для этого потребуется больше Кто-то надзирателей. завтыкал в самом начале. Закопка, что? Случайно, конечно же. Я не собиралась на закопку. Сперва нам понадобится больше надзирателей. Да, я хочу использовать грибочки, Породи чтобы больше. подходить вот так вот. Недостаточно минералов. Как-нибудь вот так к его базе и запускать саранчу. Да, я очень хотела бы попробовать, но на это нужно найти АПМ, и еще нужно не дергать всех по F2. Что это летит? Ребят, я не очень знаю, как там это все устроено у терранов. Расскажите, в каком случае они начинают летать казармами? Это что сейчас было? И висеть ими в Не воздухе. хватает энергии. Все вообще нормально, да? Ну, терраны всегда так делают. Недостаточно энергии. О, не-не-не, я чуть шпиль не поставила. Ну какой шпиль? Ну, я и мута — это вообще несовместимые вещи. Для этого Я потребуется больше могу в надзирателей. мутку играть, когда действительно уже терять нечего. Что он задумал? И я гидру поставила? Нет. А почему? А, поставил. Все. Сперва нам понадобится больше надзирателей. У меня ресурсы копятся. Плохо, плохо, плохо. Это значит, я устала. Мне нужно взбодриться. Все, ребята, реально надо взбодриться и не втыкать, иначе я сейчас проиграю. Я очень начинаю медленно все делать. Я прямо чувствую, как, знаете, оп, и все как замедленные съемки начинает происходить. Я начинаю так о Сперва нам чем-то понадобится думать, больше засыпаю надзирателей. потихонечку и Не хватает перестаю энергии. кликать. Сижу, просто смотрю, как вот это они все шевелятся, как слизь вот так вот. Наши войска атакованы. Уже меня пришли сжигать. Это были все мои собаки, да. О, как жалко. Похоже, наша стая вступила в бой. Сколько там я Наша смогу база сейчас? атакована. Да, я даже плетку не успею здесь влепить. Хули пришли сжечь мне рабочих. И побежали, 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 побежали. Ждем, Наши пока у войска меня атакованы. какая-никакая армия выйдет. Нет, я не дам тебе это сделать. Не смей, не смей, не смей, не смей. По-моему, это все, друзья, это GG. Кто-то увлекся и не строил армию, как положено. Сейчас мне всех Похоже, сожгут, наша стая всех. вступила в бой. Да, Враг вот уже атакует наших сожгли, рабочих. нет? Эволюция завершена. Жесть какая. Ой-ой-ой. Ну да, это GG, это безвыходная уже ситуация. Не знаю, почему я еще не выхожу. Не знаю. Ну, у меня тут Наша база плетка как бы есть. атакована. О, нашел. Ну да, логично. Та-ра-рам, убегаем, убегаем. Может, я где-то смогу спасти? Наши войска атакованы. Эх, видимо, нет. Все, я не буду мучить себя и Рабочие его, попали под обстрел. я понимаю все. Кому-то бы помогла до появления Тора. Ну да. Главное, помнишь, что у тебя рамочка вокруг портрета, выше против тебя страшно играть.
Конечно, мех играет. Сейчас это модно стало бараками летать. О, вы знаете, когда вот долго на ладрине играешь, потом приходишь и узнаешь о новых модных тенденциях. Поехали, поехали, да. Все, на этот раз я буду тащить. Мне главное сосредоточиться. Ой, нет, имела в виду. Я куда-то там овер отправила, не туда, куда нужно, но я разберусь с этим потом. Вот, пусть здесь. А, не, куда? Где выход из моей базы? Я... Для этого потребуется больше надзирателей. Я же решила выигрывать. А против кого я вообще играю? А, мне нет времени посмотреть. Мне нет времени посмотреть. Против кого? Ладно, пока работает. Протос. Это все. Вы знаете, если протос, это люркеры сейчас будут. Но он их может законтрить. И я могу не успеть в них выйти. Сосредоточилась. Ой, нет, я базу не поставила. Блин, я же сосредоточилась. Ну, Ника, ну, блин. Эх. Ну ты чего? Поехали, поехали, пул или сначала газ? Да не, ну зачем мне так рано сейчас газ? Лучше сначала пул, а потом уже все остальное. 200. Я промахнулась. Я промахнулась, не смогла поставить пул нормально. Недостаточно минералов. Ника сегодня в каком-то особенно хорошем настроении. Больше минералов. Старкрафт, знаете, он поднимает настроение, даже если проигрываешь. Так. Поехали, поехали. Еще, еще овера. Поехала пробочку. Только сейчас поехала. Значит, меня не фотонят уже, по идее. Не должны. Тогда что? Я не могу себе позволить оставить его без присмотра. Я думаю, что это банальная разведка, но... Но, блин, мне же все равно страшно. Я что-то там заранее овера заказала еще одного, да? Очень рано. Короче, будем делать лингов. О, мне сильно не хватает на королеву. Ничего, сейчас накопим. Я переборщила с оверами. Осталось накопить на лейер и быстро в люркерочку. Такие сейчас быстрые люркеры. Как вам? Так, ты, дружище, можешь тогда возвращаться на добычу газа. Я скоро должна спорку поставить, но если я прям сейчас этого не сделаю, я же потом про нее забуду, да? Не, не забуду, так. Раскачиваем, раскачиваем сейчас. Раскачиваем вторую тем временем. О, там что-то ко мне идет. А что это было? Ну-ка, подвинься. Что-то там одно бежало. Пока я долечу, я уже вот здесь увижу скорее. Медленный овер. Что-то... Это была еще одна разведка. Он так боится пропустить, что я здесь делаю. У меня ребеночек кашляет. Привет, принц на осле. Породи больше надзирателей. Ой, supply блок. Я решила, что я перестаралась с оверами, они мне больше не нужны. Да ладно, ну давай хотя бы одного рабочего, ну. У меня так много ресурсов, я позволю себе два эволюшена. И третью. Вообще идеальный план. А, не, ко мне там уже кто-то летит. Оракул? У меня здесь нет спорочки. Похоже, наша стая вступила в бой. Адептики, да? Или кто это там был? По-моему, адепт. Я все равно попытаюсь выйти на третью. Ой, криво. Не могу выполнить эту команду. Враг атакует.
требует наших рабочих? Ничего не знаю. Наши войска атакованы. Да ладно. Заю. Нам нужно больше минералов. Да. Люркеры или апгрейд? Люркеры? Люркеры, наверное. Да. Да что ты опять? А, нет, это просто летучка. Рабочие попали под обстрел. Тут королева должна справиться, я думаю. Для этого потребуется больше надзирателей. Опять. Опять supply блок очередной. Так, мне нужна детекция, мне нужны еще рабочие. Я не успеваю катастрофически все, что мне хочется сделать. Так, ну-ка, соберись, твой. Все. Кликаем. Не спим. У меня такой перекос и так в сторону газа. Почему я сразу рабочих взяла и еще отправила на газ? С расчета на то, что я люркеров сейчас буду делать? Или что? Я же зачем-то это делаю. Это все не просто так. А у него там уже третья ставится. Хорошо. Ну и куда я без люркеров иду у него третью забирать? Так. Стоп, давайте вспомним об окупаемости баз. Он ее ставит, но понадобится время, чтобы она окупилась. У меня есть время сделать люркеров и прийти к нему с люркерами, а не просто вот так вот с голой попой, как сейчас. Нам нужно больше минералов. А вот и новые зерги мутировали. Недостаточно минералов. Вот. Хотя нет, наверное, это плохая идея. Он же сейчас ко мне тоже придет. Он там сидит и тоже чем-то занимается. Не одна же я такая умная. Он сейчас тоже ко мне придет. Нам нужно больше минералов. О, вот это уже лучше. Побежали. Тык. Наши войска атакованы. Где атакованы? Что? Фениксы? Ёшкин! Серьезно? Королевы, гидры много. Много гидры, еще королеву, еще спорки, обмазаться спорками просто. Я забираю базу у тебя, а ты у меня, и ты у меня еще оверов. Почему? Он решил, что это безнадежно? Это должен был быть такой напряженный матч. Хло, привет. Это, наверное, первый зерк, который говорит Заюр. Я просто перекривляла адептов. А как это вообще произошло? Что у него случилось? Он считал, что у него все плохо. У нас тут на самом деле по стоимости армии постоянно такие перекосы были туда-сюда. Ну да, тут, конечно... Я выиграла по улучшениям. И, может, когда он смекнул, что у меня уже третья раскачана. Хололо, я в юбке. Ну, блин, ну хоть бери и показывай, что я в юбке. В юбке? Юбка, вот она. Вечно она обо мне придумывает и распространяет всякие сплетни. Ух. Не, Флакс, я Руслана не буду звать играть в StarCraft. Он же не играет практически. Посмотри, что он строил. Порядок действий хочешь посмотреть. Зонт. Два газа. Кибернет, ковырата. Да нормально себе так строился. Макрился, потом решил масс фениксов делать. Вроде бы. Бруталист, тебе имя. Ты самая жестокая из зергов. Да ладно. Нет. Я же не прибежала к нему там на какой минуте, на четвертый. Я подождала.
Собрала себе армию. Ну, не лимит, но нормально собрала армию. И он собрал, и мы так потом сошлись в битве. Ставлю на то, что Полин это жмет B5 у Адольфа. Ну, если Алекс в меня верит, то мы сойдемся на том, что так и было бы. Я серьезно, не, я не буду играть с Русланом. У него свет выключили. Нет, тогда должен был быть дисконнект. 50 секунд мы бы ждали, по идее, пока там его могло бы еще вернуть. То, что у него выключили свет или дисконнект интернет, это ведь одно и то же для батлнета, правильно? Его бы так сразу не выкинуло. Так что нет. Нет. Вы просто не хотите признавать скилл. Против кого я играю, я не посмотрела. Ребята, я заболталась, я не посмотрела, против кого играю. Скажите мне там, какая рамочка. Хотя бы раз я сама посмотрю. Сейчас пойду поставлю палатку и посмотрю. Теран. Что? А, фух. Я испугалась. Золото. Понятно. Так, если я сейчас не поставлю быстро пол, я завтыкаю одну личинку, и вот уже почти. У нас мало минералов. Ладно, эти микросекундочки будем считать, что не в счет. Недостаточно минералов. Мел вроде. Спокойной ночи, Старк. Он там уже ко мне поехал, я что-то не поняла, что там происходило сейчас. Я чатик читала. Плохая идея, чат сидеть читать, Ника. Плохая идея, не делай так больше. Это просто разведка, ничего страшного, просто разведка. Он сейчас уедет, вот, уехал. Вот теперь все аккуратно, я закажу королеву и закажу озеро. Правильно? И все у нас будет нормально. Потом еще королеву. Вот, сейчас королева, да. Все, дождалась таки. Ух, что я хочу делать? Ну, собачек что-то не очень хочется. Я до этого вроде делала уже лингов. Давайте. Так, роучи, гидра, грибочки. Все, у меня есть план, и я должна его придерживаться в кои-то веки. А вот и новая королева. Правильно? Было бы хорошо. Макримся, макримся, все в порядке у нас, все в порядке. Что я хотела? Я роучи хотела ставить и почему-то забыла об этом, да. Нам нужно больше минералов. А, четверочка долетает. А куда я пролетела? Вторая-то у него вообще с той стороны. Что это за разведка такая? Прилетела в никуда. Сперва нам понадобится больше надзирателей. Сейчас будут еще надзиратели, я знаю. Так, я что-то здесь увидела. Что там строится? Бункер. Боишься? Ну, ё-моё. Конечно, он еще туда мариков не отправил, и все, и меня уже обстреливают. Да, сразу пачку можно заказывать. Иначе сейчас будет supply блок. А если он решит сейчас бежать прямо ко мне? Вот этими храбрыми мариками. Так, сколько времени требуется троим марикам, чтобы перебежать через эту карту? Успею ли я произвести некоторое количество тараканов? Сейчас. Гидроден стал дороже? Он всегда стоил 200 минералов? По-моему, он был 150. Нет? Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Это что за дела? Его дороже, что ли? Как, когда вы сделали? Не может быть. Он всегда был столько? Так, знатоки из чатика. Гидру, гидру, гидру мою убойную делаем. Много, много, много. Хороший такой гидры. Качественный. Давай, достраивайся, достраивайся. Достраивайся, газ. Стройся, армия большая и маленькая. Шкурка, отрастай покрепче. То, что у меня здесь нет спорок, это, конечно, не дело. Не знаю, с какой стороны он будет подлетать, но я предполагаю, что как-то так. Скорость тараканчика. Да, больше респена, и чтоб саплай-блока не было, и у нас очень много задач. Очень. Ух ты, вся моя армия? Я серьезно? Ника, Ника, ты заигралась в обустройство дома. Не хватает энергии. Я пойду третью поставлю, раз такие дела, да, раз армии у меня нет. Не могу. Будем немножко сейчас халявить, а там... Недостаточно минералов. Посмотрим, как получится. Еще одну спорку. Эволюция завершена. Две спорки, это же перебор, да? Ну, мне так спокойнее будет. Я что-то чувствую прям дропы с той стороны, а так, может, хоть медьвак собью. Люркеры, люркеры. Не надо люркеры. Грибочки ставим, и все. Все по плану. Есть план, нужно его придерживаться. У меня газа уже много, пора что-то делать такое, заказывать дорогое. Недостаточно минералов. А почему у меня два рабочих сюда пришли? Что-то новенькое. Я не знаю, так. Гриды, 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 это доделывается. Это сейчас закажу. Заказываем гидру. Гриды. Чтобы мне еще такое сделать, чтобы у нас все стало хорошо. Рабочих закажу. Если не знаешь, что делать, лучше рабочих закажи, да? Это четверочка новенькая. Новенькая, свеженькая. 225, да? Да, 225 есть. Что-то мало. Мне кажется, я все время заказываю армию. В итоге мало, мало, мало. Но он мне постоянно жалуется, что чего-то не хватает, наверное, из-за этого. То есть я запоминаю только свои попытки построить армию, а армии не так уж много у меня. Поэтому я заказываю рабочих. Ай, мать. Что там происходит? Это что за звук? А, грибочек пришел с таким звуком. У нас мало минералов. 4, так, всех на четверочку. Как тебя отменить? Я не умею с ними обращаться нормально, не. У нас тут новая королева готова. Для этого потребуется больше надзирателей. Завтыкала. Раз, раз. Еще чуть-чуть рабочих. Все, у меня три базы нормально работают. Три базы — это хорошо, этого должно хватить с лихвой на все мои замыслы. Много гидры, много грибочков. Где мои много грибочков? А, вот они, бегут. Так, сейчас аккуратно, аккуратно подходим к его третьей. Аккуратно, мы не торопимся. Не торопимся. И следим за армией, Ника. Нет, нет, не рабочих разводим, а следим за армией. Сейчас я посмотрю, что там, я сейчас посмотрю. Правда, правда, правда. О, все. Нам понадобится больше надзирать. А почему у меня такое огромное количество ресурсов? Надо больше надзирателей заказать. Мне на четвертую надо выходить уже. О чем я думаю тогда? Теран, Теран, где твоя третья? Теран, не пугай меня. Блин, там танки. Ё-моё, танки. Так, отходим, отходим. А теперь отсюда. Успеют они долететь, интересно? А, мама, мама, мама. Как вкусненько. Вкусный теран, вкусный.
Вкусный, хороший теран. Вкусненький, вкусненький. А база у тебя есть здесь где-нибудь? На золоте. А вдруг на... Ах ты хитрый теран. Он себе золото отжал. А давно он его здесь качает? Паразит. Наши войска атакованы. Давненько, видимо. Месторождение минералов выработано. А кто там стреляет? Ладно. Не, нельзя. Припасы на максимуме. Мне нужно базу ставить. У меня времени нет на это. Где? У меня тут часть рабочих. Вот так схватила, перенесла, все, поставила базу. Все приготовлено за делом. На будущее. Ну что, что там у нас? Турели приготовились меня отстреливать, да? Ой, не-не-не, только... Че ж я мимо танков-то, блин, ника-ника. Стоим вот так. Я знаю, что нельзя. У меня тут гидры чуть-чуть, зря ты сюда... А, нет. Что? Одним скоплением минералов меньше. Куда он ее запустил-то? Что-то новенькое. Ой, плевать, мы все восстановим. Мы все восстановим. Плевать на ядерную ракету. Все, короче, наламываемся. Вообще все равно. Идем. Сейчас покушаем здесь. Не, ну, на эпичную победу грибочками просто мы обязаны ставить победную музыку. Интересно, в жизни такая же Нила, не в жизни вообще фурия. Так, ладно. Что у нас тут было? Ой. Ой-ой-ой. А в чем дело, Battle.net? Что ты делаешь? Сколько у чувака игр? А, 3000. Он вроде из платины. Ну ладно. Надо чаечку налить, пока у меня еще есть такая возможность. Буквально полминуточки отдыхаем. Спускаем дальше. Тактика сбыть. Вот да, мне так нравится грибочками. Просто их нужно нормально сделать в большом количестве и чем-то хорошо их прикрывать. Видел Полин в жизни, вообще отвратительная дама. Давно стрим? Да, с 22 по Москве. То есть уже 2 часа стараемся. У него, наверное, младший брат сел играть, стату портить. Наверное, да, то как-то он очень непонятно сыграл. Но вы знаете, что произошло? Я действительно хорошо так насливалась. Когда начала играть в этом сезоне, я сыграла не очень много игр, вот определилась, прошла квалификацию. И одну игру еще вот сегодня сыграла. И с Алексом те 2-2, что были в этом сезоне. Из-за того, что я посливалась, по-моему, Battle.net теперь мне решил давать соперников послабее, и это просто имбовейшая штука для стрима. То есть, знаете, как бы насливаетесь перед стримом, зато потом на стриме все так нормально, мы побеждаем, все хорошо у нас. На Ютубе есть стрим? Нет, на Ютубе обычно наши 2-2 с Алексом у меня, и они же там потом сразу же доступны. Запись. Да в прошлый раз я не стримила, а вообще всегда, когда у нас 2-2 с Алексом, у меня идет стрим на Ютуб. Все остальные мои игры идут на Twitch и на Good Game. Так, тем временем мы идем дальше. И 2-2 с ней не играю. Так. Зерк.
Платиновый, я что-то не заметила. Платиновый зерг, да? Это плохо. Ну, вы же знаете, как они, эти зерги, в платину выбились. Своими этими мерзкими штучками. Ну, вот сейчас придет и сожрет меня, как они. Все сейчас это так делают. Ну, каждый первый. За редким исключением просто. Поэтому мы должны подготовиться так. Наша задача сейчас подготовиться и сделать все так максимально сейфовенько. Можно застроить рампу. Поставить здесь эволюшн, королеву, плетку, еще что-нибудь. Правильно? Потому что у меня база-то внутренняя. Поэтому я первую инъекцию могу потратить на что? Не на инъекцию, а на то, чтобы дотянуть себе грязючку и застроиться. Вот, все, я буду зергом-застройщиком, если получится. План у меня есть, насколько я успею его воплотить, неизвестно. И мне самой даже любопытно, что из этого получится. Закажу рабочего. Ладно, я чуть-чуть, конечно, уже запаздываю с пулом, но... Еще раз, либо плеточка, либо две квины на рампу. Ну да, либо две квины. Эволюшн можно не ставить, да? Но он же мне в любом случае там потом понадобится. Привет, Серж, 1945. Прости, я сейчас почти не читаю чат, когда играю, потому что хочется побеждать, хочется сосредоточиться вот на происходящем. Как только готова королева, так сразу идем и тянем крип и ставим плетку там. Хотя бы, ну, минимум плетку, максимум, да, две королевы. Не, ну, для инъекции же надо еще кого-то там оставить. Четверочка летит? Да. Так, я заказала королеву? Нет, заказала. Теперь хорошо, теперь что, овера закажем? Повесим его где-то вот тут. Газ еще один ставить? Да. Ставить. Не хочу я в собак играть. Ставить газ. Заказывать рабочих. Все дела. Как только готова королева. Не забыть. У меня же привычка уже сделать инъекцию сразу. От этой привычки надо избавляться. Тараканов. Когда? Чуть-чуть раскачаю вторую, потом тараканов буду ставить. Или надо уже, или там ко мне уже бегут. Что там? А, я же не контролирую выход. У него там что, еще нет? Второй? Воу-воу-воу, кажется, я уже провтыкала. Да? Я все, я уже проиграла, уже можно GG писать. Это проблемка. У него ведь не было второй, да? Совсем не было. Насколько быстро я успею здесь построить тараканов? Куда ее здесь приткнуть? Народ, я не умею делать эти застройки хитрые. Ладно, пусть плетка просто там будет. Ты успеешь? Так, ну несколько собачек. Просто сейчас отбиться, если прямо сейчас ко мне что-то бежит. Все, стой тут. Стой тут, дама. И можно еще вот так, оп. О, тараканов. Все. Может, я зря, конечно, так переживаю, но... У нас тут новая королева готова. По-моему, у меня там есть проблемы уже. Может, еще одну плетку? И оп, и хорошая такая застройка получилась. Королева пока чуть в сторону. Если увижу опасность, надо не забыть ее поставить. Сейчас ко мне мута прилетает. Представляете, как было бы грустно. Породи больше надзирателей. Нужно все-таки раскачать вторую. Я все из себя такой застройщик, а он прилетит, и все. Гидру. Надо гидру. У меня скоро она будет. Что там? Да он просто летает, карту контролит. Такой молодец весь. А что это за зерк такой? Почему он не пришел ко мне сразу? Так, эволюшн, тра-ля-ля тараканов. Так, будем тянуть грязючку, раз такие дела, да?
И все-таки хотя бы пока по одной спорке, если увижу, что запахло жареным, добавлю еще. А куда ты поехал? Не-не-не, дружочек, давай. И вы тоже втроем вот сюда. А ты мне, пожалуйста, гидру ставь. Вот. А здесь мы грейд делаем. И второй тоже, потому что у меня ресурсов много. В кого я там уже стреляю? В овера? О, он прилетает ко мне и сливает оверов. Такое впечатление. Породи больше надзирателей. Сейчас. Тут у меня тут оборона, да? Улетел таки овер. Ну, я на третью выхожу, потому что он там, наверное, тоже уже сидит на трех или на четырех. Стоп, ты не туда поехал. С закопкой можно сделать тараканов с закопкой. А что я вообще собираюсь сейчас делать? У меня был какой-то план на эту игру? Я вам не говорила, у меня план есть. Я вам только говорила, как мы отбиваться будем на случай. Давайте люркеров сделаем. Что это разлетался? Блин, поставлю еще здесь спорку. У меня нехорошее предчувствие. Знаете, игра без разведки, она вся такая строится на предчувствиях. Вот мое предчувствие. Ко мне идут тараканы в большом количестве. Быстро. Заказ всего. Я что, я не успею, наверное, достроить базу. Не успею дозаказать армию. Мы уже деремся. Собаки добежали первые, потому что это собаки. Сейчас подойдет все остальное. У меня очень мало. Идите здесь драться тогда. Королева, ты куда? Ты куда? Глупенькая. Когда люркеры уже будут? Почему так долго? Ой, у меня точку сбора не принесла, как обычно. Когда, мои хорошие? Когда вы будете? Уже у меня без апгрейда гидра сейчас, к сожалению. Ай, молодцы. Да. Да уйди ты, уймись, женщина. Стой здесь. Трансфьюзь кого-нибудь. Ну что? О, уже. Быстро. О, только не саплай-блок, как не вовремя. Как же не вовремя. Если бы я сейчас заказала пачку люркеров, все бы сразу решилось в нашу пользу, да? Ну, все и так решается вроде бы неплохо. Или не очень. Что у вас за грыды? 1-1, а у меня? 1-1. В чем дело? Почему мы такие крутые? Блин, как-то у нас не так хорошо, как я хотела бы. Зато лимит освободили. Недостаточно. Я сейчас чуть-чуть накоплюсь и пойдем в контратаку. Или уже сейчас меньше. Надо идти в контратаку. Я не знаю. Я реально не знаю, идти сейчас. Или у него там как раз дозаказ, который меня встретит. У меня 1,5 землекопа. Я 2-2 сделаю. И грейд гидре. Зато могу собак заказать на все деньги, да. Тарам. Попытаюсь сходить. Так у меня гидролисков нет сбить оверов, да? Ладно, я, короче, передумала, ребят. Все, я передумала. Я только вот позбиваю этих товарищей. Ну, где-то. Оп. Сначала нам понадобится больше газа. Че, улетел? Не мог. Тут еще один овер есть, тут еще один. Недостаточно минералов. Да, у нас всего недостаточно, я знаю. Улетел овер тот тоже. Ну, он меня видит. Мы истощили место. Нет, так нечестно. Он видел, куда я иду. Снова зерги мутировали. Недостаточно минералов. Рейвджеров бонус против гидры, да? Ой-ой, тогда понятно, почему я так разлетелась там. У меня есть гидра с собой сбить овер? О, вот эти, да, эти скины. Недостаточно минералов. А вот и новая королева.
летело. Не со скоростью у него, похоже. Они так развешаны по всей карте вообще. Я даже не знаю, есть смысл к нему выходить, если он ко всему готов сейчас. Нам нужно больше минералов. Я могу побродить просто так по карте, ему позбивать пока оверов. Где-то тут еще овер висит. А, вот. Он меня не трогает, тоже копится. Ох, он там сейчас намасит мне что-то против люркеров. Я прямо чувствую. Хотя у него сейчас есть некоторые проблемы. О-о-о-о-о! Закопались! Мутация завершена. Какие вы быстрые! И закончилась моя игра, пока я их хочу. Ах, молодец! Вот это он, конечно, красавчик. О-о-о, копимся. У нас мало минералов. А я лопух. А я лопух. Конечно, он подготовился, но а чего я ожидала, пока я там бродила туда-сюда? И он сейчас ко мне придет. Не побоится же, нет? И что я собираюсь сделать? Выйти на базу еще? А, у кого здесь, кстати, база? Идем. И он тоже знает, что у меня база здесь. Куда королева пошла вообще? Что за дела? Месторождение минералов выработано. 2-2 у меня есть. Грибочку, что ли, сделать? Да не, ну... Я не знаю, как они будут работать. Ну, хотя как против всех будут работать? А давайте. Давайте попробуем. Реально, почему нет? Эй, у нас мало минералов. Мы истощили месторождение минералов. Интересно, он ожидает увидеть их или нет? Так, ну типа разменялись, теперь он-то пойдет... Я убрала у него базу, он сейчас пойдет мою забирать. Надо с этим что-то сделать. Нам нужно больше минералов. Эй, у нас мало минералов. Контроль карт такой, ничего себе, он все видит. Нам нужно больше минералов. Все, что у меня здесь происходит. Как так? О! Пришло время грибочков. А сколько они стоят? У меня, кстати, люркеры теперь на другом бинде. Ну, я уже не буду их так много делать, хватит. 175. Экономика-то позволит грибов, но они сейчас не очень дорогие, да? Сперва нам понадобится больше надзирателей. Я думаю, да. Кто это у нас тут улетает? О, не-не-не, чё ж я его остановила-то? Добивай, добивай, добивай его. Виспеновый гейзер пересох. Я думаю, что он опять вышел там сейчас на базу. Поэтому моя задача пойти и эту базу отменить. Я уже, кажется, чуток перестроила рабочих. Сейчас нужно их отовсюду правильно попереводить. Всех скучающих. Или не перестроила, может, еще могу что-то построить. Ну, блин, уже жалко, у меня там уже лимит скоро. Лимит чего, непонятно чего. Это в армии стоит, да? Бэйн, хорошо. Хорошо. Уже максимум. Я убила своего гидролиска. Блин, Ника. Лопопу. Хорошо. Так, подошли. Вот тут, чик. Стали. Четверочка, четверочка идет в атаку. Что там у нас? Заодно разведаем. А что такое? Что такое? Кто там? Идем, идем атаковать. Чего они остановились-то? Опс.
что-то их много, там много. Грибочки бедные, бедные мои. Я пока убегаю. У них сейчас восстановится обилка и... Блин, вот это взорвали мою гидру шикарно. И грибы, и все. Ну вот, так за одну битву я могу слить всю игру на самом деле. Ни для кого не новость. Не знаю, что я тут до заказа сейчас могу. Могу ли вообще что-то? Подралась. Шикарно. Я знаю, вот они пришли, все. Нет, еще не пришли. Так, ну если там Бейны, мне нужно побольше, наверное, тараканов. Лимит тараканов сейчас соберем. Испугалась. Да. Ох, не знаю, ребят, наши дела сейчас не очень хороши. Надо что-то посерьезнее. Я знаю, почему я еще не построила улей. Брудлордов, например. Ну, в чем дело? Где мои брудлорды? Почему их еще нет? Слоники, там все дела. Эй, у нас мало минералов. Почему он меня не трогает? Как бы ему бы сейчас прийти да закончить игру. Эту команду. Может, ему нравится со мной играть? Это ж... Что? А ну, кыш! Кыш! Крызавец! Наши войска НАТО, да. Ну да, этого можно было ожидать. Одним скоплением минералов меньше. Не взрывай мою гидру, ладно? Хорошая гидра, не трожай. Может, я по грейдам его побеждаю, там нет? Вряд ли. Похоже, наша стая вступила в бой. Больно. Больно, больно. Что у меня там из дозаказа? Не густо на самом... Ну, может, еще есть шанс какой-то отковыриваться. Не-не-не-не-не-не. У меня минералов очень мало заказаться даже, что так, чтобы с этим справиться. А у него много, и вот у него еще одна база здесь сейчас работает. Там заказ идет. Эй, у нас мало минералов. Я не знаю тогда. Нам нужно больше минералов. Недостаточно минералов. Ой, да, ой. Эй, у нас мало минералов. Может быть, мутку? Недостаточно минералов. Снова? Не знаю. Я, по-моему, уже ничего сейчас не спасет. Разве что так в обход побегаем, здесь сейчас покачаем тут и поставлю здесь базу. Мы истощили месторождение. Три базы, у тебя нет шансов. Да, он там, да, уже разделся на пол карты. Я с кем-то уже дерусь. Нам нужно больше. Ну, он посмотрел, что у меня ничего нет. И минералов у меня нет. Ничего нет. Добыча у меня так очень... Привет. Блин, он все точки контролирует на карте. Ну, жалко, жалко. Эй, у нас мало... Без экономики лишние были грибы и шпиль. Так бы додавило. Думаешь? Не знаю. А чё я его, кстати, не убила по дороге? Ну, карапторов мне не на что строить, как и брудлордов. Как и улучшать... А, ну, улучшить могу. Так, на всякий случай, но я боюсь, что не успею ничего с этим сделать. Мы тут уже деремся. Да. Мы тут уже подрались, это все. Ди-ди. Развивайся. Да нет, ну, реально, он уже просто не знаю, почему он не идет, меня не убивает. Можно, конечно, до последнего сидеть в надежде, что у него вырубится интернет, но нет. Всю игру не было апгрейда на скорость роучем, серьезно? О, слушай. Я забыла, я его... Ну, в большинстве случаев я его вспоминаю вовремя сделать, а тут... Реально, да. Это проблема. Ну, а да, контроль против рейвенджеров — это отдельная история. У нас мало минералов.
этого потребуется больше надзирателей. Мне, может быть, стоило часть армии отводить. Конечно, не всеми пытаться там отбегать от этих залпов. Не иди больше на таран так. Хорошо. Так, что это за карта? Я не помню такую карту. Я на ней сегодня играла уже, да? Или нет? В какой она лиге? Она в платине. Тир 3 платины. Так, не унываем. И нужно взбодриться, чтобы не сидеть, не засыпать. Нужно реально как-то пошевеливаться. Тогда все получится. Нам нужно больше минералов. Недостаточно минералов. Не забывай про рампу. Ну, у меня здесь рампа на мейн, да, можно, конечно, попытаться как-то ее защитить. Но я все равно там, если что, без второй остаюсь. На той карте, где можно было защитить вторую нормальную, было здорово, на самом деле. То есть мне потратить все-таки первую инъекцию на то, чтобы протянуть дальше слизь, да. Может быть, может быть. Сперва нам понадобится. Так, он проверил, когда у меня пул. О! Ах ты, паразит! Или не надо было их срывать? А, сейчас догрызут. Я буду бегать всеми за этим одним рабочим. Я с ума сошла, что ли? Меня сейчас выбегут первые собачки и скушают. Все. Спокойно. Спокойно. Без вот этих дел. Видите, как я сразу паниковать начинаю? Породи больше надзирателей. Ну сейчас. Я помню, я сейчас поражу все, что нужно. У нас тут новая королева готова. Я же собиралась потратить эту инъекцию на крипа. Она у меня, ну, она стреляет. Я, знаете, ее отрывать не хочу. Она вроде такое полезное дело делает. Так, ну раз я уже тут собак настроила. Давайте. Твою дивизию. Ничего не застроила, никакую рампу. Я не за королевой. Стойте. Стойте обе здесь. Да. Закрыла проход. Ужасно. Ужасно просто. Ну что, теперь только масить собак и добавить тараканов, наверное. Я не... Плетку? Плетку? Или лучше больше армии построить? Я не знаю, на самом деле. А такой хороший у нас план был, да? Я отвлеклась на овер, иначе бы я успела бы королеву привести сюда на рампу. Было бы уже чуть лучше. Да, ой, грызите, грызите. Плевать. Не догрызете все равно. А у меня скоро тараканы будут. А у тебя скоро будут бейны, а у меня тараканы. Кто кого, интересно. А, что-то много даст. Реально много. Плетку надо было, наверное, не здесь поставить. Где мои тараканы? Ну где они? Почему так долго? Догрызи вторую. Зачем ты сюда бежишь? Понятно, плетка моя кому-то жить очень мешает. Да, грызи вторую давай. Грызи, грызи. Ммм, какая вкусная база. Так, меня сейчас побольше, да, можно? А, или его побольше, я не знаю. Ой, ладно, ладно, эх, побежали под плеточку. Нет, все-таки, где тараканы? Почему их нет, когда они так нужны? Оп-оп-оп, погрызли. О, тараканчик, это... Нет, их что-то много. Тараканы? Так-так-так-так-так, стоять на холд. Да, блин, подвинься и вот тут на холд. А, догрызут таки. Королеву сейчас тоже догрызут. А, она не успела. Она не успела там. Эх. Сперва нам понадобится больше. Ну ладно, да-да-да, я совсем забыла про свой саплей-блок за всеми этими бегами. Ну что, ты продолжаешь свои эти штуки? Мне все равно нужна база здесь. С рабами бей его. Так, а что это здесь был? Так и завален был проход, интересно. Я что-то вообще эту карту слабо помню.
Газа мне сейчас хватит на тараканов в этом количестве. Ничего особенного. Плетку, может, потом перекопаю куда-то сюда. Ну что, он ждет от меня какую-то контратаку? Там сейчас 40 собак выбежит. 40. Я не знаю, что делать сейчас. Лучше сидеть дома, отъедаться или все-таки попытаться сбегать к нему. Вот и не вот. Я там дерусь, причем без тараканов своих. Ай, молодец, Ника, молодец. Недостаточно минералов. Не, ну не под плеткой же. Давай, беги ко мне сюда. Так, у меня часть рабочих ходит на другую базу добывать. Не-не-не, ребята, это не дело так делать, нет. Что у нас тут? Овер просто висит. Он знает, что я сюда пришла. Хорошо, третий у него там нет. Тут куча плеточек. О, может... Может, рейвенджеров забабахаем? Он видит, что я их прямо сейчас решила морфить, интересно. Мне скорость очень нужна, то есть мне... Парарам-пам-пам. Я промахнулась, да? Акела промахнулся. Стоять, стоять. Ждем остальных. Достаточно минералов. Мне понадобится больше виспена. Два залпа хватает на одну плетку? Нет, не хватает. Надо 4. Вот и знаем теперь хорошо. Сколько у него там на второй базе? Он ее хорошо уже, наверное, раскачал. А я не очень. Так, можно туда идти и вот так. Или мне нужно подсветить, чтобы залпами туда попасть? Нет, не получится. Я вообще думаю, что я убегу сейчас отсюда и все. Плевать на него. Месторождение минералов выработано. Закончилась плетка или нет? Что у меня с добычей на второй? Слабенько очень, да. У меня мейн уже заканчивается. Уже атакован. Не-не-не. Кыш отсюда. Убегаем. Я не планировала там сейчас драться. Привет, Саша. Темзин. Ну, главное, что они еще на третью не вышли. Ну, он же из двух баз сейчас придет, меня убьет. Что, я так и не сделала еще лейер. Ой, ладно, еще газ поставь. Гидру, люркеров, что-нибудь надо сейчас такое придумать. И грейды делать, причем... Не, у меня ресурсов не хватит на все сразу грейды. Я тебя вижу. Я вижу, куда ты бежишь. Похоже, наша стая вступила в бой. Я видела твой этот ход. По кустам. Ишь какой? По кустам прячется. Ой, да ладно. Все, я ухожу, я поняла. Я просто сейчас выйду на третью и все. И мы друг друга не трогаем пока. У него преимущество, я понимаю, что это для меня плохо сейчас все закончится. Ну, там нарываться и просто, по-моему, это пойти умереть. Если я смогу люркеров сделать, то может мы как-то сравняемся. Так. Ну, если он завтыкает, если он не поймет, что они у меня есть и не сделает детекцию нормально, то может получиться. А так я по-другому, по-моему, сейчас ничего не смогу сделать. Представляете, мутка сейчас прилетит. Ну чем это? Паразиты. А я отменила, я ее успела отменить. Какая я хитренькая, но он, наверное... Твою дивизию, мутка, я знала. Только поздно я. Только не бей, гидроден. Ха-ха, я сейчас кучу гидры закажу. Надо еще королеву. И еще одну спорочку. И вас всех куда-то увезти. От греха подальше. Вот, пока королева там бьет. А, не очень бьет. Не-не-не, королева закончилась. Где гидра? Где моя гидра? Бейте лучше тараканов, а не рабочих. Гидра. Рабочие, домой. Королеву. Тут королева. Спорку.
Гидра там дерется или нет? Где гидра? Почему ее так мало осталось? У меня была целая пачка. Ну, ё-моё. И здесь не достроилась спорка, конечно. Ну вот, это GG. Я была абсолютно не готова к гидре. Перчаем в контратаку. Да, у меня рабочих уже не осталось. Ну какая тут контратака? Я пыталась их хоть как-то спасти. Привет. Чуть-чуть бы раньше мне бы в голову эта светлая мысль бы пришла, что там мутка сейчас будет. Может, еще бы что-то получилось. Зерлингами сожрет. А вот видишь, в итоге нет. Строй гидру тогда сначала, чтобы от муты не отлететь. Так построила я чуть-чуть гидры, и все на этом. А, вот привет. Обидно, вроде я могла тут сейчас... Воу-воу-воу, у меня ММР падает и падает и падает. Жалко. Жалко. Ну, может, тут мое место на самом деле. Кто знает. Ну, такой вот золотой зерк. Ноль разведки, гадание, что же у врага? Ну, видишь, моя разведка обычно настолько неинформативная, настолько кривая, что приносит мне больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что хорошо, когда разведка есть. Но у меня нормальная разведка не получается. Или я отвлекаюсь на эту разведку настолько, что начинаю втыкать более важными вещами. Поэтому вот на моем уровне игры баланс находится вот там, где находится. Если сейчас постоянно еще разведку делать, то результат будет еще хуже. Для этого потребуется больше. Проверено, пробовали, поэтому. Да, зайчик. Грязи тернов там есть скан. Понятно. Нет, терны мне по механике вообще не нравятся. Он, может быть, хотел не дать мне поставить вторую. Они иногда такие штуки делают. Так, Ника, соберись, соберись. Мне нужно уже сейчас пол ставить. Этот зерк какой-то подозрительный, вам не кажется? Нам нужно больше минералов. Сразу в тараканов. Много тараканов. Давайте намасим много тараканов. У нас мало минералов. Какой-то сейчас такой выход с тараканами устроен. Что мне для этого нужно? Фибоначчи, привет, привет. Многопоточно сложная штука, не говори. Так, и есть. Ну что? Ну что? Тут у нас ездит разведочка такая вся, да. Я тебя вижу, я знаю, что ты здесь. Где-то я в чем-то завтыкала, да? С чем-то завтыкалась, с чем не могу понять. Ну, я могу овера в любом случае еще одного заказать. Там пойти еще поставить газ, тут заказать королеву, еще одного рабочего. И тут сейчас королева. У тебя все зерги подозрительные. У меня все подозрительные, не только зерги. Что это? А, это овер чужой. А разведчик этот вроде просто уехал, да? Он ничего такого прям плохого не делал. У меня почти раскачана в данный момент одна база. Я думаю, что уже можно потихонечку ставить пещеру тараканов, но минералов. Не забывать раскачать вторую. У нас мало минералов. Пока у меня строится. Что я делаю? Хочу еще немножко рабочих добавить на газ и раскачивать вторую. Так, 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 так. А вот и новая королева. Теперь всех сюда. Как раз достроятся сейчас тараканчики. Я смогу первый заказать, если что, если не буду сидеть в саплай-блоке, как обычно. Кто-то сам ко мне уже прибежал. Серьезно? Камон, это разведка. Ну ты знаешь теперь, что у меня будут тараканы. Молодец. Породи больше надзирателей. А сейчас так за этими двумя такая толпа прибегает. 100-500. Мелких этих. Давайте все-таки, ну, типа попытка в разведку. Сперва нам
понадобится больше надзирателей. Больше надзирателей, только не supply блок. Сейчас это так не в тему. Ну, четверочку терять не хочется. Подлечу, сейчас королева ее убьет. Так, я так хотя бы выход увижу. Если буду смотреть на мини-карту, конечно же, да, не все так просто. Не все получается само по себе. Так, скорость. Мне нужна скорость, поэтому ставим лейер, раскачиваем вторую. Три таракана, не густо. Принц наслед, спасибо. Недостаточно минералов. Боится. Хорошо. Сколько там, две плетки? Больше минералов. Эй, у нас мало минералов. Хорошо. Недостаточно минералов. Сейчас тараканов и быстро люркеров минералов тоже. Оп, а вдруг он их не ожидает? Недостаточно энергии. Гидру так лихо быстро взрывают. Блин, только не мута опять. Ну, хотя, если у меня будет стоять гидроден, то я против мутки смогу выстоять, если вовремя его построю, правильно? То есть, моя идея с люркерами неплохая, но заодно отстрахуюсь гидрой. Так, уже сейчас ставим лапку. Скорость тараканом. Чик-чик. Это мой рабочий? О, не-не-не, четверочка, улетай, улетай. Она не успеет тебя догнать. Без грязючки, без шансов. Ты не Николаевна случаем? Нет, я Владимировна. Так, не-не-не, ты не пробежишь. Ты не пройдешь. О, там уже... Все. Улетай, улетай, пожалуйста. Но я закажу на всякий случай еще овер, да. Блин, мне жаль, мне жаль. Вечно у нас это происходит. Вот она, моя разведка. Весь толк от нее это потерять. Драгоценного овера. Я хочу выйти на базу. Мне уже очень нужно выйти на третью. Я все еще ее не вышла. И это плохо. А у него там может быть где-то третье, интересно? Ну, он сейчас увидит, если я туда пойду. Давайте попробуем королевы сбить теперь его овера. Ах ты! Козявка мелкая! И убежал такой. Оп! Недостаточно минералов. Ну нет, я чувствую, что кто-то сейчас сюда придет ко мне. Что-то новенькое. Видать, зерги так эволюционируют. А, королеву сейчас да слопают, да? Ну ничего. Королев за королеву. Ой, королева овер за овер, я имела в виду. Я-то у него королеву не смогла забрать. Ну что, собьешь? Нет, он улетел? Не может быть. Эй, у нас мало минералов. Когда будут люркеры? Скоро. Недостаточно минералов. Хорошо. Так, у меня есть третья база. Ну, как есть. И он увидел всю мою армию. Но не видел пока гидру. Требуется больше... одним недоделанным грейдом. Только не supply блок, пожалуйста. Это сейчас так не... И только не мута. Я все равно поставлю себе здесь сейчас спорочки про запас. Санку, спорку про запас, но на санку у меня денег пока нет. На счету все минеральчики. Это Хололо придумал песенку, когда я... Я как-то Алекс ее пел. А, когда я только училась играть, у меня были большие проблемы с тем, чтобы не завтыкать там. Вот. И как-то защититься. Мне реально нужно было про запас все-таки много всего ставить, вкладываться для того, чтобы как-то выстоять. Вот. И мне тогда Хололо придумал песенку, которую я напевала для того, чтобы не забыть. Причем длительность у меня получалась этой песни такая, что я как раз между инъекциями могла ее полностью пропеть. Каждый раз, когда эта песенка заканчивалась, я делала инъекцию. Вот. Песенка такая была. Айверлорд, да ты построй и рабочих по контроль. Минералы трати газ, санку спорку про запас. С королевами друзья. Без инъекции нельзя. Ну, может, я чуть помедленнее ее пела, потому что я реально это делала между инъекциями. Вот, сидела и пела по кругу ее вот так. О, я их осталась беззащитных! Нет-нет-нет! Гидра должна была отщелкать вот этих товарищей. Ха-ха! Лопу! Зачем я их подвела так вперед?
Ну, один остался, и на том спасибо. Двое. Сначала нам понадобится больше газа. Больше газа. Кто у меня не добывает газ? Сразу понятно, в чем. Вот это да. Он испугался люркеров. Короче, люркеры — это не только сколько-то там килограммов вкусного мяса и шипы, да, это еще ужасное устрашение. Я не знаю, что это было вообще. У меня даже ПМ, видите, был такой очень вяленький. Что это было? Что, как? Ну, чувак увидел люркеры. Ой, мама дорога, все. Ну, хотя у меня всю дорогу армии было больше, наверное, из-за этого. Это, наверное, была вся его армия. Изи победа. Да, вы знаете, так чуть подсливаюсь, а потом зато такие победы. Ну, эти победы, они больше на какое-то избиение похожи на самом деле. Я даже не знаю, сейчас заканчивать на этом или все-таки сыграть еще. Я же сейчас проиграю. А на поражении всегда так грустно заканчивать. А после нашего 2 на 2 с Алексом вчера, когда это было, я уже не помню, короче, на днях было 2 на 2, позавчера. 2 на 2 с Алексом было, и он так грустненько закончил стрим, на самом деле, на такой печальной ноте, потому что мы под конец проиграли, и мне сегодня пишут, типа, а это всегда после ваших 2 на 2, Алекс, на такой дисморали? Задумка с ловушкой сработала. Ну, я потеряла очень много люркеров. По моей задумке, гидра должна была идти рядом с люркерами, и я должна была очень быстро убрать версиров чужих. Очень быстро. Вот. Что-то мне флакс показывает. Ну, стрим девочки. И что? Слушай, ты чего это чужих тянок рекламишь у меня на стриме? Это что такое? Значит, надо играть до победки. Зато красиво спела. Да, победа, может быть, была не самой шикарной, но... Скажи, плиски, свой батлтек. А зачем тебе мой батлтек? Я на стриме не добавляю. В друзья вообще в последнее время добавляю тех, кого знаю лично. Что у нее за клан? Beehive, мой собственный клан, в котором есть несколько моих знакомых. Он очень немногочисленный, но с красивой пчелкой возле палатки. Алекс на дисморале, оказывается, интересно. Ну, ты реально, ты стрим закончил таким грустным немножко голосом. И никто в этом не рассмотрел то, что тебе жаль, что все хорошее заканчивается рано или поздно. Решили, что игры со мной на тебя таким образом влияют. Хололо не песню сочинила, заклинание. Точно, я спела песню, и противник вышел. Вот оно. Учите слова, друзья. И все, вот секрет победы. Еще раз бой, чтобы наверняка, да, закрепить результат. Так, сейчас. А что такое? Мне не нашло? Я пыталась найти, с кем поиграть. А, ваш партнер покинул игру или был от нее отсоединен. А кукла Вуду? Нет у меня куклы Вуду. У меня есть манекен деревянный. Такой вот деревянный манекенчик. Он у меня сидит под монитором. Я недавно попадал на зерко пчелка с пчелкой. Может быть, кто-то из нашего немногочисленного клана. Ника, не прой просто так, а то за неимением противника мы выйдем. Не признавался, но после каждого стрима с Полин у меня жесткая депрессия. О. Алекс, держись. Может быть, нам стоит открыть группу для тех, у кого подобные проблемы. Короче, тут такие дела, ребята, у нас рандом. У нас рандом. Ни мальчик, ни девочка, у нас рандом. Так. И тут, кажется, придется разведывать. Не то, чтобы моя стратегия прям уж очень как-то отличалась от расы Крайсин, но все же. Ребенок покашливает. Где корона, моя принцесса? Или лежит вон?
Я тихонечко чуть посижу, потому что ребенок завертелся, пусть спит. Пусть спокойно спит. Все равно 17-ю ставим. Это самая сейфовая такая стратка. Все, ничего не буду в ней менять. Это хорошая, хорошая идея. Нам нужна разведка. Вот ты сейчас увидишь, насколько все плохо, когда я начинаю отвлекаться на разведку. Вот. Как раз у нас есть сейчас возможность это продемонстрировать так наглядно. Тише, маленький, все хорошо. Если что, мне сейчас придется отойти к малышу. Я попрошу паузу у противника. Рабочие попали под обстрел. Че? Ну хоть под обстрел кого? А, зерк. Ну, зерк рандом. Ну как он сюда вышел? Конечно, всякими. Хотя у него еще даже клоун не готов, я знаю. А у меня тоже пул еще не готов вообще. Слушайте, я, наверное, на паузу поставлю и сейчас попробую отойти к малышу. Секундочку. Надеюсь, он не уберет с паузы, пока я отойду. Так, я тут, ребята, ну не знаю, надолго ли, если что, придется просто парню отдать победу. Так, как тут вернуться в игру? Так. Прям любит меня за то, что я спросила разрешение поставить на паузу, что ли? Ладно, понеслась. Хорошо. Так, что я делаю? Почему у меня рабочие уже туда поехали? Я... Осечка. Так, я пока поговорю с ним.
нужно больше минералов. Наша база атакована. Так, объясните мне, что он творит? Микрофон, я выключила микрофон, потому что с малышом говорила как раз в этот момент. Оно же сейчас достроится. Плевать, ладно. Наверное, придется все-таки рабочих тоже отправить съедать это дело. А, нет. Да ладно, у него получилось меня таким образом. Серьезно. Я прям не знаю. Так, я еще с ребенком поговорю. Я выключу микрофон сейчас. Больше надзирателей. Вот это... Вот вы видели, какое свинство происходит? У меня просто слов нет. Что это были за штуки? Это за то, что я на паузу поставила? Да, это типа... Для этого потребуется больше надзирателей. Типа, ах, ты на паузу ставишь, я Породи тебе вот такое устрою? Что это вообще было? Дочь Ворон два раза? Действительно, блин. Уже наша стая вступила в бой. Так, секунду. Достаточно минералов. Эй, у нас мало минералов. Наши войска атакованы. Недостаточно минералов. Нам нужно больше минералов. Мало минералов. Так, ребята, я пытаюсь договориться с ребенком, чтобы он подождал сейчас немножко. Вот, одну игру. Все. Сколько стоит скорость? 100 минералов. А что там у него? У него же вторая уже полным ходом, да. Там бегут веселые линги по дороге. Интересно, смогу ли я их перехватить? Или не смогу. И тогда у нас все плохо закончится. Кстати, а почему бы не поставить королев в этот в стенку здесь, да? Одну. Сейчас вторая выйдет. Ай, блин, мы таки разминулись как-то. А где мы, тараканы? А, они издалека бегут. Уходи, 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 чтобы они не пробежали. Твою дивизию пробежали. Да, Ника, конечно, контроллер. Давайте пока побиваем чуть-чуть рабочими, теми, что остались. Нет, что-то у меня совсем сейчас плохо. Очень-очень-очень. Ну, да, я сейчас отвлекаюсь на ребенка, и я даже сосредоточиться не могу на том, что делаю. Ну, такая сейчас выход к нему. Не знаю, что это мне даст. Королева мне все равно нужна. У меня очень мало сейчас виспена будет. Сейчас с одной базы будем жить. А, кстати, я могу здесь тянуть грязючку и таки хоть как-то застроиться, а он тогда прилетит ко мне мутой, а я тогда поставлю здесь гидроден. Вот. Только без газа долго я, конечно, не продержусь. О, плеток ты что? Плеток настроил, чувак, вообще. И что мне делать? Рейвенджеров на весь газ? Я не знаю, у меня нет хороших идей, как обычно. А вот привет. Ну все, да. Все. Попробуем сейчас пройти к нему и увести куда-то рабочих. Или подраться рабочими, какая клевая идея. Мне понадобится больше виски. У меня останется, может быть, парочка рабочих, я не знаю.
Тараканы мои, кстати, на этом уже заканчиваются. Сначала уже закончились. Я теперь могу заказать только чуть-чуть. Чуть-чуть лингов. Только контратака спасет. Да, контратака мне не удалась. По-моему, это все, ребят. У него там вторая база нормальная, первая нормальная. Я, наверное, выхожу и все. Мать просит ребенка чуть-чуть. Я пообещала, что я после этой игры подойду к нему уже и все. И помогу ему улечься спать. Он проснулся просто. Я не знаю. Не знаю, что делать. Наверное, выходить. И вот я же говорила, что не надо было еще одну играть. Хотя в итоге он уснул. Ребенок уснул. Ну что, я сижу? Жду, пока он меня придет, добьет. Так себе идея. С кем я там уже дерусь? Это мута летит? Я не хочу дожидаться муты. Это будет вообще позорно. Нет, это не мута. Ну, все равно. Плевать. Ну все, короче, ребят, вот так проиграла. Ну и насливалась, как обычно. По-моему, мне ММР стал даже намного ниже, чем я начинала стрим. Я не помню там, сколько было. Вот. Тогда... Не-не, все, мне реально, мне уже надо идти. Большое спасибо, что пришли. Все. Пока-пока, спокойной ночи.